13 января 2009 года в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне был торжественный прием. Чествовали друзей Америки, премьера Великобритании Тони Блэра, президента Колумбии Альваро Урибе и премьера Австралии Джона Ховарда. Альваро Урибе за приверженность свободе, демократии и правовым нормам был награжден президентской медалью свободы. Джордж Буш-младший оценил его успехи в борьбе с незаконными бандформированиями и, вручая медаль, сказал: «Альваро посвятил себя процветанию колумбийского народа, и его политика восстановила основы мира и демократии в Колумбии. Конечно, у Колумбии впереди много проблем, но будущее всегда будет светлым в стране, которая производит таких лидеров, как Альваро Урибе. Поздравляю, мой друг!» Аплодисменты. Радость. Красивая картинка, не правда ли? Герои без страха и упрека победили каких-то лесных бандитов, установили мир, и теперь все будут жить долго и счастливо. А что вообще произошло? Кого победили? Кто победил? В чем были причины конфликта? Неважно. Не задумывайтесь. Верьте. Иначе можете надолго потерять покой. Это началось давно. В 1948 году членом консервативной партии был убит популярный левый либерал Хорхе Гайтан. Это спровоцировало народное восстание на территории всей Колумбии. Опасаясь гнева народа и пытаясь расколоть врагов, консерваторы предложили либеральной партии министерские и губернаторские должности. Правое крыло и центр либералов согласились и стали призывать народ сложить оружие. Разгромленную коммуну нефтяников в Баранко-Бермехе судили. Коммунист Аурелиано Родригес, либерал Марио Кухар, а также лидеры местного профсоюза УСО были приговорены к смерти. В условиях затяжного гражданского конфликта в 1953 году власть в Колумбии захватил генерал Рохас Пинилья. Обещаниями мира и экономических уступок он уговорил леволиберальные партизанские отряды прекратить войну. Тогда оружие сдали около 10 тысяч бойцов. Но не прошло и года, как началась волна насилия против них. Бывшие командиры отрядов погибали один за другим. А обещание передать землю от помещиков крестьянам так и не было выполнено. Отряды партизан-коммунистов не сложили оружие. Поэтому Рохас Пинилья объявил коммунистическую партию вне закона. А вскоре был убит лидер компартии Мануэль Моруланда Велес, который организовал акции протеста против отправки колумбийских солдат в Корею на помощь американцам. Во время противостояния либералов и консерваторов в Колумбии образовалось множество партизанских отрядов и местных групп самообороны. Одним из самых известных стал отряд Педро Антонио Марина, который изначально воевал за либералов, но постепенно перешел на коммунистические позиции и взял в качестве псевдонима имя убитого лидера коммунистов. Под именем Мануэля Моруланды Велеса он станет одной из важнейших фигур страны в следующие 40 лет. В 1953 году его отряд предпринял 4-летний поход из департамента Талима к Восточной Кордильере. По пути в сельской местности они создали новые общины и крестьянские организации. Так появились самоуправляемые районы Маркиталия и Рио-Чикита. В департаменте Талима разгорелась настоящая партизанская война. Полгода партизаны и крестьяне сдерживали натиск 5000-го корпуса диктатора Рохаса Пинильи. В конце концов, армия сломила сопротивление крестьянской армии, и более 20 тысяч местных жителей, преследуемых самолетами и наземной техникой, бежали в глубину сельвы. Там они смогли построить новое поселение – Эль-Пата и Гуаябера. В следующие годы изгнание крестьянства из своих земель станет массовым явлением. Переселение на новое место в джунглях отразит в своей важнейшей книге колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес. Пинилья недолго тиранил партизан, его самого свергли в 1957 году.
партии либералов и консерваторов слились в экстазе ради спасения нации и сформировали единый национальный фронт. По договору они начали сменять друг друга на ключевых постах каждые 4 года, с 58 по 74 год. Вспышка насилия в 50-е годы, к сожалению, не стала последней. Картонная демократия не принесла счастья народу. Наоборот, террор к борцам за права и свободы стал перманентным, а рост организованной наркопреступности еще больше усугубил неспокойную социальную обстановку. Криминал коснулся многих колумбийцев, даже нашего друга Хуана Рамона Риоса Монсальве, который много лет был активистом и лидером профсоюза нефтяников УСО в компании «Экопетрол». Я потерял двух братьев и четырех племянников, и многих друзей. Все они были убиты за то, что отказались вступать в преступные группировки, отказались принимать участие в торговле наркотиками. Понимаете, все они были порядочными людьми и не могли на это пойти. За это их и убили. Кто-то может сказать, что у каждой страны есть свой привычный уровень жестокости и насилия. Да, Колумбия до сих пор самая опасная страна для профсоюзных активистов. Но вот такие они люди, колумбийцы ваши. Их невозможно изменить. Мы же, покопавшись в истории, утверждаем, что в любой стране сочетание классовых, политических и экономических противоречий может привести к такому положению. И если где-то расстреливают профсоюзных активистов, значит, кому-то это выгодно. В нефтяной промышленности Колумбии принимают участие и доминируют около 70 американских компаний. Они занимаются производством и маркетингом, не добычей. Добыча нефти целиком и полностью находится в руках колумбийской нефтяной компании. Но дистрибуция нефтепродуктов сосредоточена в руках таких гигантов, как Texaco, Shell и других. Дистрибуцией в основном занимаются американские и бразильские рыночные структуры. Североамериканская компания Chiquita Brands и компания BP были оштрафованы за финансирование террористических группировок и за участие в убийствах вождей коренных племен в районах, где работали эти компании, например, в районе Каньо-Лимон. Сообщения об этих фактах, а также данные об убийствах, имена жертв были озвучены в Европарламенте. Все это привело к громкому международному скандалу. А углубившись в тему, мы увидели такую звериную жестокость, такую безумную безнаказанность, такое количество жертв, что у нас зашевелились волосы на голове. Стало понятно, что в мире растущих противоречий в любом обществе может начаться кровавая баня при попустительстве просвещенной публики. Мы решили осветить этот вопрос, понять причины и вынести исторические уроки. И начнем мы, как водится, издалека. После революции на Кубе в 59 году начался подъем революционного движения и в Колумбии. В него втягивались рабочие, городская беднота и крестьяне. Они требовали модернизации экономики, земельной реформы, национализации производства и расширения прав трудящихся. Левые партии требовали демократизации политики и экономики, отстранения от власти бизнесменов и олигархов. Тогда рабочее движение многократно вынуждало уступать военное правительство даже в Аргентине и Перу. К началу 60-х годов большинство стран Латинской Америки стояли перед угрозой масштабного восстания рабочего класса. В это время в развитых капиталистических странах под давлением рабочего движения и коммунистических партий государство проводило политику перераспределения, осуществляло контроль над свободой передвижения капитала, увеличивало расходы в общественном секторе. В Европе возникло множество социальных и христианских демократий. США превратились в либеральную демократию. Одними из основных задач государства декларировались обеспечение занятости, экономического роста и благополучия граждан. В классовом компромиссе бизнес видел способ сдерживания масс, а социал-демократы – реальную возможность эволюционного преобразования общества. Они призывали к мирным формам борьбы, и даже когда приходили к власти, не проводили радикальных преобразований. Это был их третий путь – между хищным капитализмом и радикальным коммунизмом.
Эти примиренческие идеи на международном уровне проявились в движении неприсоединения, созданного в 1961 году. Движение провозгласило принцип неприсоединения к военным блокам, национальное освобождение и самостоятельную внешнюю политику. Но не все участники движения были реформистами. В нем участвовала и революционная Куба, которая, судя по всему, пыталась организовать второй мир на сопротивление американскому капиталу, одновременно отрубая ему ресурсную базу и заставляя тратить имеющиеся ресурсы на военные конфликты в третьем мире. Видимо, это стало реакцией на то, что Советский Союз уже не очень активно занимался мировой революцией. Но все же основными инициаторами движения были Югославия, Египет и Индия, которые строили социализм с национальной спецификой и довольно быстро перешли к рыночным экспериментам. Социалистические страны стремились быть более независимыми от СССР, а периферийная буржуазия хотела защитить свой рынок от Америки и Союза. При сдерживании социалистическим блоком международного капитала нейтральные страны могли себе позволить лавировать между двух лагерей и выискивать выгоды то тут, то там. При этом капиталистические правительства не собирались смотреть, как партизаны геварийского и маоистского толка при поддержке масс свергают их сукиных сыновей. Уже в 1959 году для принятия срочных мер США отправили в страны Латинской Америки, в том числе и в Колумбию, группы военных экспертов по борьбе с партизанами. Помимо этого было решено раздавить достигших успеха коммунистов на Кубе, чтобы они не заражали весь мир своим примером. С этой целью президент США Эйзенхауэр распорядился выделить 13 миллионов долларов и разрешил использовать имущество и персонал Министерства обороны США. В 1960 году ЦРУ начало подготовку боевых отрядов из кубинских антикоммунистов в лагерях в США, Панаме и Гватемале. На острове Большой Сисне была развернута радиостанция для серого вещания на Кубу. Началось финансирование кубинской оппозиции. Из раздробленных групп удалось создать единый фронт. В январе 1961 года президентом стал Кеннеди. В марте он создал международную волонтерскую организацию «Корпус мира». Также была провозглашена программа «Союз ради прогресса», призванная содействовать экономическому развитию стран Латинской Америки. А уже в апреле он приказал бомбардировать кубинские аэродромы и отправил 1400 боевиков на американских кораблях с американским оружием и американскими инструкторами для захвата бухты Качинос на Кубе. Предполагалось захватить плацдарм и провозгласить новое, якобы народное правительство. Но кубинские коммунисты и ополчение за два дня уничтожили полувоенный отряд антикоммунистов. В Колумбии же группа специальных операций из армии США помогла составить план Лассо. Согласно ему, армия должна была ликвидировать самоуправляемые партизанские районы. Следуя рекомендациям американских друзей, в 1962 году колумбийская армия начала наступление на коммунистических бандитов в Маркетали. Но в тяжелых боях партизаны смогли отбить атаки. Для эффективной борьбы с леваками в 1962 году для военных сил США было выпущено учебное пособие «Операции против нерегулярных военных сил». Для сокращения использования военных подразделений может пригодиться гражданская полиция, полувоенные подразделения и местное население, симпатизирующее дружественному делу. Когда политика и ситуация это позволяют, местное население любого пола, имеющее опыт или прошедшее подготовку как солдаты, полицейские или партизаны, должно быть организовано во вспомогательные отряды полиции или в отряды добровольцев в каждом городе. Те, кто не имеют такого опыта, могут быть задействованы как рабочие, информаторы, агенты пропаганды, охранники, проводники, следопыты, устные и письменные переводчики. Скоро вспомогательные отряды добровольцев вступят в игру, а пока силовики точечно уничтожали внутренних врагов – коммунистов, партизан и прочие подрывные элементы. Правительство Национального фронта не могло наладить жизнь в стране,
Например, была начата программа экономической реабилитации сельских районов, но без земельной реформы. В итоге большая часть земли осталась в руках у помещиков. Безземельные крестьяне в удаленных районах ради выживания были вынуждены брать территорию в свои руки и образовывать автономные районы. В 1964 году правительство снова попробовало осадить крестьянскую республику Маркиталию. Отряд защитников крестьян из 47 человек под командованием Мануэля Маруланды несколько месяцев сражался против 16-тысячной армии. В Колумбии левые силы вступились за крестьянскую коммуну, а за рубежом была организована кампания поддержки. Даже Жан-Поль Сартр подписал открытое письмо против агрессии. Во время этих событий в пику олигархическому правительству партизаны Маруланды провозгласили собственную программу аграрной реформы. Этим самым они на долгие годы обеспечили себе популярность среди крестьян. Аграрная программа Маркиталии. Программа, принятая Герильерос в условиях войны с правительственными войсками на территории партизанской республики Маркиталия. Программа провозглашала борьбу за революционную аграрную реформу, которая должна будет ликвидировать собственность латифундистов, передать землю в руки крестьян и гарантировать ее рациональное использование. В программе также говорилось о необходимости создания единого фронта всех демократических, прогрессивных и революционных сил страны с целью достижения демократических преобразований. Благодаря поддержке крестьян власть не смогла окружить и разбить повстанцев. Отряд Маруланды пополнился добровольцами. Были налажены связи с партизанскими отрядами из других районов страны и создано единое стратегическое командование. Был заявлен курс на затяжную вооруженную борьбу и захват власти в союзе с рабочим классом. Так появилась настоящая армия, состоящая из десятков тысяч бойцов. Революционные вооруженные силы Колумбии, коротко РВСК, или по-испански ФАРК. В том же 64 году возникла еще одна партизанская организация – Армия национального освобождения, ЕЛН. Она стояла на марксистских позициях, считала примером кубинскую революцию, а также включала в себя революционных религиозных деятелей, например, падре Камила Торреса, который говорил: «Если бы Иисус жил сегодня, то он был бы партизаном». Это привнесло в движение теологию освобождения, соединяющую революционный марксизм и христианство, что, собственно, и привлекало религиозных крестьян. В ответ на рост коммунистической партии и на появление мощных крестьянских движений в 1965 году вышел указ президента за номером 3398. Он разрешал формирование частных сил безопасности для защиты крупных землевладельцев, скотоводов и государственных чиновников. Так начиналась эра парамилитаризма. Кубинская революция активизировала не только Колумбию, но и весь континент. Но эта волна освободительного подъема была разбита массовым террором. Во многих государствах установились военные хунты или реакционные режимы, прикрытые демократиями, как в Колумбии. Эти режимы пытались провести половинчатые реформы, не прекращая репрессий. Но на социальные проблемы наслоился нарастающий мировой кризис. И в конце 60-х годов снова прорвало. Теперь инициаторами борьбы стали военные режимы левой ориентации. В 68 году левые хунты появились в Перу, в Панаме, потом в Боливии, Эквадоре и Гондурасе. Они проводили массовую национализацию иностранных компаний, передачу латифундий крестьянам, привлекали массы к участию в политике. Панамская хунта начала добиваться суверенитета над зоной Панамского канала. В Боливии произошел казус, показывающий, что бывает, когда узкая группа заговорщиков с помощью оружия пытается освободить народ. Там военные генерала Торреса при поддержке профсоюзов и левых партий национализировали большую часть промышленности. Начал расти запрос на большее самоуправление и создание действительно народной власти. Зазвучали требования создать народную армию и милицию.
а это привело к недовольству некоторых генералов, которые объединились с остатками бизнеса, свергли левых, подвергли репрессиям левые партии и профсоюзы. Генерал Торрес успел убежать в Аргентину, но был убит в 76 году правыми террористами. Все-таки винтовка, рождающая власть, должна подчиняться рабочим массам, а не наоборот. В Аргентине 69 года проходили всеобщие забастовки и манифестации против правой хунты. Генералы, опасаясь нарастания народной борьбы, за два года свергли друг друга три раза. В итоге у руля встал генерал Ланусе. В Венесуэле правительство Кальдеры нацелилось на построение коммунитарной демократии. Там постепенно повысили налоги иностранным компаниям до 90% и национализировали нефтяную и железнорудную промышленность. Это была крупнейшая национализация в Латинской Америке. В Мексике президент Луис Эчеверия при поддержке рабочих и крестьян заявил о намерении проводить антиимпериалистическую политику и взял курс на построение общества социальной демократии. Был издан закон о содействии национальному производству и усилении регламентации иностранного капитала. Чили имела одну из самых развитых в регионе промышленность, а значит и высокую численность пролетариата. В целом в стране было организованное и массовое рабочее движение. В период с 64 по 69 в стране проходило порядка тысячи забастовок в год. В 70 году кандидат от блока коммунистов и социалистов Сальвадор Альенде обошел на выборах христианского и правого кандидатов. Но Альенде пришлось взять обязательства перед центристскими христианскими демократиями из-за парламентских игр. Он согласился не проводить экспроприации без санкции закона, не увольнять администрацию по идеологическим соображениям, не нарушать свободу средств информации и, главное, не вмешиваться в дела армии. Ему запрещалось создавать любые вооруженные подразделения вроде рабочей милиции или Красной армии. В Чили были национализированы или поставлены под государственный контроль крупные промышленные предприятия, банковская система, внешняя торговля, вводился рабочий контроль на частных предприятиях. При Альенде ускоренная передача земель бедному крестьянству покончила с помещиками. На 18% повысилась зарплата. Промышленное производство за два года выросло на 20%. Безработица уменьшилась с 8,3% до 3,8% в 1972 году. Число бастующих в Латинской Америке в 69-72 годах достигало 20 миллионов человек в год. В Колумбии в 69 году произошла всеобщая забастовка с участием 800 тысяч человек. Революционные организации вели партизанскую борьбу не только в Колумбии, но и в Никарагуа, Гватемале и Сальвадоре. Ряд национал-реформистских партий перешел на социал-демократические позиции и примкнул к социалистическому интернационалу. В эти годы дипломатические отношения с Советским Союзом наладили Перу, Эквадор, Боливия, Венесуэла, Коста-Рика и Гайана. Не только в Латинской Америке освободительное движение теснило капитал. В США нарастали антивоенные и антиимпериалистические выступления против Вьетнамской войны и антирасистские движения за права чернокожих. Была реальная опасность их соединения с рабочим движением. В 68 году Мартин Лютер Кинг возглавил марш протеста в поддержку бастующих рабочих. А через 5 дней его убили. Народное возмущение в сотни городов вылилось в восстание такой силы, что Белый дом в Вашингтоне охраняли пулеметчики. В этом же году случились массовые студенческие и профсоюзные выступления во Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Финляндии, Турции, Пакистане и Японии. На этом же фоне произошли волнения в Чехословакии, частично включенной в мировую капиталистическую экономику. Рост освободительной борьбы не только в Латинской Америке, но и во всем мире начался не просто так. У него были объективные условия и причины.
Это не был просто мировоззренческий конфликт поколений. Как часто пишут о студенческих и трудовых выступлениях 68 года записные интеллектуалы. Не только в западных странах и СССР происходило развитие промышленного сектора, но и в странах экономической периферии. Для местной экономической верхушки это было очень прибыльно. Трудовые массы оказались сконцентрированы в промышленном производстве. Например, в Латинской Америке доля промышленных рабочих с учетом транспорта и строительства к 70-му году составила от 25 до 40% в разных регионах. Это позволяло трудящимся легче организовываться, угрожать бизнесу забастовками и добиваться уступок. Также конец 60-х был временем, когда в капиталистической экономике назревал кризис перенакопления капитала. Трудящиеся не могли более повышать уровень благосостояния. Молодежь имела худшие перспективы, чем у своих родителей. Причины у кризиса были следующие. С конца Второй мировой войны непрерывно возрастала капиталоемкость средств производства. Новые заводы и фабрики становились сложнее и дороже, а в процентном отношении приносили меньше прибыли. Падала рентабельность. Можно было бы понизить зарплаты, прибыль бы возросла, но профсоюзы уже не дают этого сделать, а социал-демократы в правительстве вводят новые и новые налоги для поддержания социалки. Желая сохранить и приумножить капитал, бизнес расширяет производство на все деньги. На какой-то момент оказывается, что построено столько производственных линий, что они могут произвести гораздо больше товаров, чем население может купить. То есть такой кризис – это всего лишь другая ипостась кризиса перепроизводства. Тут-то бизнес и начинает закрывать производство, уводить капитал на финансовые рынки и увольнять рабочих. Растет количество безработных, из-за чего спрос еще больше падает, а значит еще больше производств простаивает. Растущую социальную напряженность надо гасить социальной помощью, а это снова ведет к падению прибылей. Вот так кризис усугублялся виток за витком и достиг пика к 73-му году. Правые теоретики винят в кризисе левые силы, мол, из-за них бизнес попал в ловушку. Но вообще-то перенакопление мощностей можно было избежать введением плановой экономики. А избежать дефицитов и увольнений можно было, обобществив средства производства. Тогда бизнесмен ради своей яхты не оставил бы общество без хлеба и лекарств. Но социал-демократы в правительствах не были готовы к такому радикальному шагу. А правые силы больше не могли мириться с социал-демократией, так как постепенно теряли свои доходы и свою власть. Нужно было срочно помогать корпорациям, отменять социалку и удешевлять рабочую силу. На фоне этого классового обострения СССР достиг паритета с США в ядерном вооружении и начал искать пути мирного сосуществования двух систем. Началась политика разрядки. В 1972 году между США и СССР был подписан первый договор об ограничении стратегических вооружений – ОСВ-1. В Советском Союзе начали производить пепси-колу, а в Штатах разливать столичную водку. Ричард Никсон зачем-то поехал в Китай и тоже о чем-то начал договариваться. Может быть, правительства Советского Союза и Китая решили как-то сманеврировать в мировой революции? Да вот получилось как-то не очень. В этом общепланетарном пожаре колумбийская власть занимала вполне ясную позицию. В 1968 году принят закон номер 48, дающий колумбийской исполнительной власти право устанавливать гражданские патрули и разрешающий Министерству обороны снабжать эти патрули военным оружием. В 1969 году приказ EGC-3 Министерства обороны гласил, что вооруженные силы должны организовывать комитеты самообороны, которые были определены как организации военного типа, созданные с привлечением гражданского персонала в зоне боевых действий, который обучен и оснащен для проведения операций против партизанских группировок, угрожающих районам, или для действий в координации с вооруженными силами.
Эти организации должны были поддерживать связь с местными военными, постоянно осведомляясь о любых подозрительных действиях коммунистов в своих общинах, в частности о действиях подозреваемых в сторонниках партизан. Военные инструкции позволяли военнослужащим одеваться в гражданскую одежду, чтобы проникнуть в районы предполагаемого влияния партизан, а гражданским помощникам путешествовать вместе с воинскими частями. Правящий класс вовсю готовился подавлять социалистов и коммунистов с помощью оружия. Правые популисты в Колумбии заявляли, что левые силы уничтожат традиционный уклад и демократию. Но мы-то знаем, что не за демократию они переживали. Цена их демократии отлично видна. В стране все еще правил Национальный фронт консерваторов и либералов. Но их гегемония немного пошатнулась на президентских выборах 70-го года, когда бывший диктатор Рохас Пинилья баллотировался как оппозиционный кандидат от Национального народного союза – АНАПА. Переобувшись, он представлял идеологию национально ориентированного социализма, был против иностранного империализма и выступал за социальное преобразование. На выборах, проходивших 19 апреля 70 года, Пинилья противостоял Мисаэлю Пастране от властной коалиции. Подсчет голосов занял несколько дней, и изначально лидировал оппозиционный Пинилья. Потом Пастрана вырвался вперед. При этом в некоторых районах количество голосов за оппозицию стало уменьшаться. В районе Нариньи в первый день у Пинильи насчитали 36 тысяч голосов, но на следующий день пересчитали и получили всего 28 тысяч. Из-за фальсификации оппозиция начала протесты, на что власть просто ввела комендантский час и арестовала Рохаса Пинилью с несколькими лидерами АНАПА и доставила их на военную базу. Через 28 лет министр Карлос Нарьега опубликует признание, что на этих выборах все-таки имело место мошенничество властей. В итоге Пастрана победил в выборах с перевесом всего в 60 тысяч голосов. Радикальные сторонники АНАПА затаили обиду и начали к чему-то готовиться. На президентском посту Пастрана проводил мягкую политику противодействия иностранному капиталу, вел интервенцию в нефтяную отрасль, принадлежащую транснациональным компаниям, пытался создать рабочие места строительством дорог и недвижимости. При нем правительство начало напрямую управлять финансами страны. В земельной реформе он поддержал крупных землевладельцев и затормозил передачу земель бедному крестьянству. Как видим, он пользовался кейнсианскими инструментами, но в итоге защищал именно национальную буржуазию, подавляя крестьян и рабочих. При Пастране государство начало приватизацию изумрудных рудников Бояка. Иронично, но некоторые из новых владельцев рудников были хорошими друзьями президента и давали деньги на его предвыборную кампанию. Такая вот демократия. Попутно Пастрана устранял любые угрозы для бизнеса. В 72 году силовики вычислили более 200 агентов ЕЛН в городах, получив от них ценные сведения. В следующем году армия правительства под командованием полковника Рамона Артура Ринкона атаковала ЕЛН. В ходе продолжительных боев была убита треть боеспособного состава повстанцев и многие командиры отрядов. Лидер ЕЛН Фабио Васкес сумел уйти из окружения и бежать на Кубу, но были убиты его братья Мануэль и Антонио. ЕЛН перестала быть заметной силой на долгие годы вперед. Победитель партизан, полковник Ринкон, недолго почивал на лаврах. Через 3 года его убили в Боготе. Не успела армия достичь успеха в джунглях, как появилась организация, более ориентированная на городскую герилью. В 73 году оппозиционеры из АНАПА, представители интеллигенции, студенчества, бывшие члены ФАРК и ЕЛН создали боевую организацию «Движение 19 апреля» или М-19. Они громко заявили о себе в 74 году с помощью акционистского пиара. Они похитили из музея шпагу Симона Боливара и захватили здание городского совета Боготы. Шпага стала их символом борьбы за национальное освобождение. Она хранилась в домах поэтов, писателей и интеллектуалов, симпатизирующих левым и национально-освободительным идеям. Несмотря на поддержку интеллигенции, М-19 отнюдь не были кружком художников, устраивающих перформансы.
Мало того, что мировое рабочее социалистическое движение добивалось успехов, так еще летом 1973 года начал остро сказываться кризис в мировой экономике. В развитых странах обвалились цены на недвижимость, в США произошел скачок инфляции. Кризис перепроизводства нарастал, а массы были слишком организованы и требовали уступок от бизнеса. Латинская Америка стала экспериментальной площадкой, на которой мировой класс собственников средств производства искал пути выхода из цунг-цванга. Тем более в начале года США закончили войну во Вьетнаме и смогли перенаправить больше средств на южноамериканский регион. В 1973 году развернулись события, открывшие эпоху неолиберализма, а вслед за ним и глубочайшего кризиса, который сейчас, спустя полвека, мы и наблюдаем. В Уругвае, как это ни смешно, конституционный президент Бардабери, опасаясь рабочих, сам помог правым военным совершить переворот. В Аргентине разыгралась настоящая драма. Под давлением масс власть перешла от военного президента Ланусе к левому крылу перонистов. Правительство Эктора Кампоры обязало работодателей повышать зарплаты, установило дружеские отношения с Кубой. Но центр и правое крыло перонистов были против такого левачества. Под их влиянием Кампора ушел с поста президента. Его место занял лидер партии перонистов Хуан Доминго Перон, вернувшийся из Испании после 18 лет изгнания. Постепенно левых перонистов стали вытеснять из партии, профсоюзов, армии, органов власти. В провинции Кордова правые перонисты даже подняли военный мятеж, чтобы сместить левоперонистского губернатора. И их поддержал сам Перон. Вот показательный пример того, что бывает с широкими партиями в кризисные моменты. Сам Перон еще продолжал политику патерналистской защиты трудящихся, но в 1974 году он умер, и править стала его жена Мартинес де Перон. При ней социальный пакет был разорван, цены поднялись в 2-3 раза. Начались аресты профсоюзных лидеров. Ультраправые организации, такие как Антикоммунистический альянс Аргентины, развернули террор против левых сил и активистов рабочего движения. Трудящиеся поднялись против такого предательства перонистов. За 1975 год произошла 1100 забастовок с 28 миллионами участников. В 1976 году армия свергла ослабевшее правительство Мартинес де Перон и устроила репрессии и левым, и правоцентристским реформаторам. Это не первый и не последний случай в истории, когда под давлением освобождающихся масс бизнес перестает давать деньги правым и дает их ультраправым. В Чили же в 1973 году разразилась настоящая трагедия. Реформы Альенде столкнулись с внутренним противодействием бизнеса и внешним экономическим давлением США. Американские спецслужбы усиленно искали военных, готовых на переворот. Американцы организовали бойкот чилийской меди, от продажи которой Чили получало основные валютные поступления, заморозили в банках чилийские счета. Местные предприниматели стали выводить капиталы за границу, сокращать рабочие места на предприятиях, создавать искусственную нехватку продовольствия в стране. Правительство США выделило более 8 миллионов долларов на скрытую поддержку оппозиционных групп в Чили. На эти деньги была профинансирована пропагандистская кампания против Альенде. 11 сентября на кораблях чилийского флота, проводившего совместные маневры с флотом США, начался военный мятеж Аугусто Пиночета. Сотни сторонников Альенде в армии были убиты. Мятежники в течение дня высадились на побережье и захватили столицу. Президент Альенде погиб в своей резиденции. В последующие дни были убиты тысячи коммунистов, социалистов и профсоюзных лидеров. Переворот был поддержан буржуазными партиями, в том числе христианскими демократами. Но скоро и они попали под репрессии хунты. Так начинались первые эксперименты по внедрению неолиберальной экономики.
И только в октябре случилась война судного дня на Ближнем Востоке. ОПЕК ввел эмбарго на поставку нефти в страны Запада, в результате чего выросли цены на нефть. И почему-то именно это событие буржуазные экономисты называют причиной мирового кризиса. Хотя простое обращение к истории и экономике показывает, что кризис начался гораздо раньше. Война судного дня была следствием кризисного обострения, а не причиной. А чилийский неолиберальный эксперимент, опыт которого возьмут на вооружение практически во всем мире, заключался в следующем. Были отменены результаты национализации. Природные ресурсы были открыты для частной нерегулируемой разработки. Была приватизирована система социального обеспечения. Введены стимулы для прямых иностранных инвестиций и свободная торговля. Государство гарантировало право иностранных компаний на вывоз прибыли, полученных в Чили. Военно-террористическая диктатура выражала в первую очередь интересы монополистических групп, ассоциированных с транснациональными компаниями. Участники хунты высказывались за построение националистического общества, основанного на корпоративных началах, на моральных принципах христианства и испанских духовных традициях. Частному капиталу были переданы сотни государственных предприятий, что привело к восстановлению и дальнейшему укреплению позиций местных и иностранных монополий. Чтобы опереться не только на штыки, хунта произвела продажу акций чилийских компаний среди населения, этим самым укрепив слой мелкого собственника. В сельском хозяйстве началась приватизация государственных земель. Ставка делалась на укрепление сельской буржуазии и фермерства – по-нашему кулачество, которое бы помогло хунте бороться с красной угрозой. Судьбу мелкого собственника при рынке красноречиво показывает тот факт, что более трети новоявленных фермеров впоследствии разорилось. Существенное снижение таможенных тарифов привело к двукратному увеличению доли импорта во внутреннем потреблении. Предприятия транснациональных компаний отличались от традиционных гораздо большим профилированием каждого завода, максимальным разделением труда и упрощением отдельных операций. Это позволяло готовить на местах не слишком квалифицированные и легко заменяемые кадры, что облегчало эксплуатацию рабочих и осложняло их организацию. Единственным сектором, остававшимся под контролем государства, была добыча меди. Чили перешла на экспортно-ориентированную экономику, начала привлекать иностранные инвестиции. И это даже оживило экономику. При этом, смотря на макроэкономические показатели, не стоит забывать о падении зарплат, росте безработицы и ухудшении социальной защиты. Реальная заработная плата в 1974 году составила менее половины от уровня 1972 года. В Мексике же социал-демократы не были свергнуты правыми, но угодили в капкан другим способом. Социальная политика вызвала противодействие крупной буржуазии, утечку национальных капиталов за границу. Была сорвана налоговая реформа, от которой правительство ожидало средств на развитие экономики и социалки. Госпредприятия терпели убытки, и государству пришлось занимать средства у американских инвестиционных банков. Через некоторое время эти займы сыграют свою роль. Потрясения и кризисы не сломили колумбийскую демократию. Народ исправно избирал себе управленцев из числа господствующего класса. В 1974 году кандидатами в президенты были Альваре Гомес Уртада, консерватор, сын бывшего президента Лауриана Гомеса Кастро. Мария Аухения Рохас, член АНАПА, дочь бывшего президента Рохаса Пинильи. Альфонсо Лопес Микельсен, либерал, сын бывшего президента Альфонсо Лопеса Пумареха. Президентом стал Альфонсо Лопес, либерал с очень хорошими задатками.
Его отец был бывшим президентом Колумбии, дед – крупным бизнесменом, а мать – племянницей банкира Хайме Михельсена, основателя конгломерата Grand Colombian Group, влиятельнейшего бизнеса в Колумбии до 80-х годов. У Альфонса были хорошие отношения с Никсоном, Фордом и Картером. Он обещал превратить страну в Японию Южной Америки, но столкнулся с высочайшей инфляцией. Все-таки для японского чуда нужна не только дружба с президентами США, но и огромное денежное вливание и открытые рынки для этих самых США. А партизаны без остановки действовали против власти бизнеса. Например, в 1975 году движение М-19 похитило генерального директора фирмы CRC с целью получения выкупа. В 1976 они казнили руководителя Центра трудящихся Колумбии за предательство интересов рабочих и связи с ЦРУ. Также властями был убит командующий партизан Педро Леон Арбаледа. В 1977-м М-19 похитили директора корпорации «Индупалма» Уга Нейра, которого они выпустили только после улучшения условий труда для работников компании. В 1978-м похитили директора корпорации «Техас Петролиум». Компания согласилась выплатить $500 000, но полиция обнаружила партизанскую тюрьму и начала штурм. Похитители и похищенные погибли. Во второй половине 70-х при президенте Михельсене начало расти производство и экспорт наркотиков. Плантации марихуаны на колумбийском побережье Карибского моря стали появляться с середины 50-х годов. Местные жители, находясь на побережье Карибского моря и на границе с Венесуэлой, долгое время занимались контрабандой бытовой техники, одежды и других вещей. Так что вывоз наркотиков был еще одним способом подзаработать. В 61-м году Кеннеди отправил в Колумбию молодежную организацию «Корпус мира». 64 молодых волонтера из США работали в сельской местности врачами, учителями, переводчиками. Сначала они брали траву для собственного расслабления, потом начали переправлять друзьям в США. А в это же время там развивалась субкультура хиппи, и спрос на это дело возрастал. Также, по словам профессора и историка Армандо Лассеры, руководство Соединенных Штатов закрывало глаза на употребление марихуаны и опиатов солдатами, воюющими во Вьетнаме. Спрос рос, ручейки превращались в реки, курьеры-одиночки сбивались в организации. Многие колумбийские крестьяне и фермеры стали переходить на выращивание конопли. Это было в 6 раз выгоднее, чем хлопок или кофе. К 70-му году система производства, поставок и сбыта марихуаны уже была стабильной, но не экстраординарной. И нечего было бы говорить об этом, если бы это не стало базой для кокаинового бума. Наркотическая эпидемия 70-х-80-х принесла много горя и боли не только Колумбии, но и половине мира. И случилась она не потому, что люди внезапно решили подсесть на коку и геру. У этого тоже были свои причины и условия. Еще в 65-м году США реформировали свои миграционные законы для облегчения въезда в страну. Это было сделано, чтобы предоставить бизнесу дешевых работников взамен слишком организованных местных. Но вместе с тем эта мера укрепила диаспоры мигрантов, в том числе и колумбийских. В 70-е годы кризис усиливался, прибыли бизнеса падали и дешевого труда мигрантов перестало хватать. Тогда постепенно корпорации стали сами мигрировать, то есть перевозить производство в страны с дешевой рабочей силой. Но такое перемещение требовало некой глобализации в мировой экономике, уменьшения барьеров для движения товаров и капиталов. Под это переписывалась законодательная база, и мировая торговля, транспорт и финансовые транзакции стали более легкими и менее регулируемыми. Так появились условия для трафика. Внутри США кризис перенакопления стал приводить к росту инфляции, безработицы и падению доходов населения. А правительство под давлением лоббирующего капитала уже нащупывало возможные меры по возвращению прибыли бизнесу. В 1975 году произошел один из первых и показательнейших примеров этой политики. Тогда Нью-Йорк не был еще городом истеблишмента, биржи и миллионеров. Муниципалитет города имел огромный бюджет,
поддерживал социальную политику и во многом ориентировался на профсоюзные организации промышленных предприятий. Профсоюзы добились успеха в экономической борьбе, повышая зарплаты и городские налоги. Но во время кризиса бизнес начал выводить капиталы и производство в другие города. Муниципальные предприятия больше не могли тянуть бюджет города, и город начал брать займы у правительства. И вот в 1975 году президент Форд и руководство банков отказываются продлевать договоры займа. Они вынуждают муниципалитет Нью-Йорка передавать городское имущество и предприятия банкам, а также урезать траты на общественную и социальную сферу, а поступления в городской бюджет перенаправляются банкирам. После этого оказывается, что профсоюзы разгромлены, разваливается медицина и система уборки мусора, колоссальная безработица приводит к массовой люмпинизации населения. Власть в городе, по сути, перешла от избранного правительства к финансовым компаниям. Часть Нью-Йорка, населенная рабочими и эмигрантами, превратилась в гетто. Тут развернулась страшная по своим масштабам эпидемия криминала, расизма, наркомании, а потом и СПИДа. Таким образом, попытки корпораций и банкиров приумножить свою прибыль привели к появлению огромного слоя потенциальных потребителей и распространителей наркотиков. А очень скоро капитал начнет массово выводить заводы за границу, и вся страна немного станет Нью-Йорком. Далеко на юге колумбийские крестьяне ничего не знали про борьбу профсоюзов и банкиров, но растущий спрос толкал их перебираться из центральных областей страны на север. В 1975 году около 80% крестьян Сьерра-Невады и Ла-Гуахира заменили свои посевы марихуаной. Тем более, что хлопок сильно упал в цене из-за развитой контрабанды текстиля. Из плантаций, затерянных глубоко в джунглях, трава доставлялась на побережье, грузилась на лодки, корабли и отправлялась на Багамские острова. А от них рукой подать до Майами. В этом наркотрафике колумбийские крестьяне, выращивающие сырье, получили всего 1% денег, колумбийские торговцы – 18%, а основную прибыль – 80% – американцы. В Колумбию потекли наркотические доллары, и наркобизнесменам надо было их как-то легализовать. Но тут совершенно неожиданно правительство Альфонса Микельсена разрешило свободно обменивать в банках любое количество долларов без объяснения их происхождения. Удобненько получилось, а главное – случайно. Из-за этого появилась теневая экономика, вливающая капитал во все отрасли колумбийского хозяйства. Трава давала годовой доход размером в 2 с хвостом миллиарда баксов, в 2 раза больше, чем экспорт кофе. Одной рукой Микельсен позволял отмывать наркоденьги. А другой начал бороться с наркотрафиком по требованию США и даже подписал договор об экстрадиции колумбийских наркоторговцев в Америку. Что поделаешь, бизнес – тяжелое дело. Постепенно область быта начала диалектически влиять на производство. Объем марихуаны был очень большим, а его транспортировка была дорогостоящей по сравнению с прибылью. А в самих США местные дельцы наращивали внутренние объемы производства травы. Надо было найти что-то более емкое для таких сложных транзитов. И потихоньку трафик маримбы стал заменяться трафиком кокаина. Изначально Колумбия была всего лишь перевалочным пунктом для Южной Коки из Перу и Боливии, но постепенно колумбийцы начали выращивать ее сами. В 1977 году Пабло Эскобар и еще трое крупных наркоторговцев, объединившись, создали Медельинский картель. Для доставки кокаина у картеля была и сеть распространения, и самолеты, и даже подводные лодки. La sociedad colombiana tuvo una época muy dura. Колумбийский народ пережил очень непростые времена, когда в стране буквально поощрялась наркоторговля. Колумбия стала лидером в экспорте кокаина, а плакаты с Пабло Эскобаром, Гачи, Ледером и многими другими наркобаронами висели буквально на каждом углу. Оборот наркотиков нанес непоправимый вред моей стране. И употребление наркотиков, марихуаны, кокаина – все это разлагало наше общество. Преступные группировки закладывали в головы молодых людей порочную жажду
жажду легкой наживы. Оказывается, это так просто – быть при оружии, при деньгах, делать, что вздумается. Наших девушек они подначивали делать пластические операции и превращаться в кукол из обслуги наркоторговцев и преступников. Детям внушали, что с оружием и деньгами они короли, они боги, и что они могут творить что угодно в своих городах и своих общинах. И наша молодежь не хотела больше учиться, не хотела работать и развиваться. Из-за этого чудовищно вырос уровень насилия и преступности. Знаете, было время, когда организованные преступные группировки платили молодым людям за убийство полицейских. Кто-то может сказать, что Пабло Эскобар был героем, ведь он столько хорошего сделал для народа Колумбии. Так вот, это ложь. Он принес нашему народу только вред, чудовищный вред. Из-за этого в стране вырос и уровень коррупции, наркоторговцы смешались с политиками, наши улицы наводнили вооруженные банды. Мы до сих пор не изжили все это. И страдает от этого весь народ, все наше общество. Когда я отдаю на пограничном контроле в европейском аэропорту свой паспорт, мне отвечают: «Ага, колумбиец, значит, у тебя с собой наркотики». Но это неправда, не все колумбийцы – наркокурьеры и наркоторговцы. Население Колумбии – это 45 миллионов добрых, гостеприимных людей. Мы хотим, чтобы наша страна наконец избавилась от влияния наркоторговли. Я надеюсь, что когда-нибудь так обязательно будет. Шествие либерализма вызвало не только всплеск наркотрафика, но и сопротивление трудящихся. На предвыборной кампании Михельсен обещал преодолеть бюджетный дефицит, но кризис заставил его выбирать – или корпорации, или рабочие. Отбросив левопопулистские лозунги, он начал вводить либеральные меры. В 1976 году были смягчены ограничения для иностранного капитала, сокращены государственные расходы, реструктурированы госструктуры, что, кстати, повлияло в дальнейшем на их высокую коррумпированность, а также постепенно сокращались трудовые права работников. 14 сентября 1977 года в Колумбии произошла национальная забастовка против антинародных мер правительства. Ее организовали колумбийские объединения профсоюзов, общественное движение и левые партии. При этом они выдвинули требования: повышение зарплаты более чем на 50%, заморозка тарифов на предметы первой необходимости и коммунальные услуги, приостановка осадного положения, передача земли крестьянам, 8-часовой рабочий день и базовая заработная плата для перевозчиков. За 60 лет со времен октября здесь не удосужились дать людям даже это. С утра 14 сентября основные дороги были заблокированы гвоздями, горящими шинами, баррикадами. Проходили манифестации в городах. В сельской местности под руководством Национальной ассоциации крестьян-землепользователей начались крестьянские мобилизации. В ходе разгона общенациональной забастовки был объявлен комендантский час. Погибли 33 человека. Около 3000 получили ранения. Многие тысячи были арестованы. Для их содержания пришлось оборудовать арену для корриды Санта-Мария и стадион Эль-Кампин. Демократично. Очень. Гражданские протесты были подавлены, а партизаны пришли к выводу, что уличные протесты по старинке должны поддерживаться винтовками. Уже в 1978 году М-19 похитит у армии Колумбии 5000 единиц стрелкового. В этой ситуации правительство решило быть помягче с народом. Начала немного повышаться зарплата с 1978 по 1983 год на 9%. И падать безработица с 10% в 1978 году до 5% в 1985. Это немного, но кто знает, пошли бы власти на такие уступки без угрозы нового, уже вооруженного выступления. Волна правого реванша, начавшись в Чили, прокатилась по материку. Левые реформистские силы, действуя половинчато, пытались привлекать на свою сторону массы трудящихся и одновременно не слишком злить мелкобуржуазные элементы, бизнес и олигархов. Реформисты, конечно, были за социализм, но не такой жесткий, как в СССР. В итоге они зависали в опасной позиции.
Перу военные не имели широких связей с трудящимися, не опирались на массы. Их критиковали как слева, так и справа. Крупная и мелкая буржуазия, непролетарские слои населения устраивали протесты. В 1975 году хунта была смещена более умеренной группой военных, которые обещали массам продолжить революцию, но дать побольше свободы и умерить левачество. Постепенно левые военные были удалены из правительства. В 1977 году начались приватизации государственного и корпоративного секторов. В Гондурасе в 1975 году власть захватила правое крыло армии. Мы еще раз повторим, что недостаточно иметь винтовку. Для преобразования общества нужно опираться на массы, организации рабочих и революционную партию. В Аргентине в 1976 году правые и умеренные перонисты были смещены военным террористическим режимом. В Латинской Америке практически нигде не удержались освободительные, эгалитаристские правительства. Реформисты не смогли удержать баланс между массами и бизнесом. В кризис они или вставали на сторону бизнеса, или были уничтожены буржуазной реакцией, защищающей свои капиталы и власть. А военные режимы не поощряли творчество масс, чем изолировали себя, впоследствии оказавшись один на один с правыми военными и бизнесом. К тому же многолетняя реформистская перераспределительная политика, вместо того, чтобы передать средства производства под общественное управление, оставила большую их часть в руках буржуазии и просто передавала часть прибыли на социалку. Некоторая часть земли и акций передавалась в руки трудящимся, что создавало прослойку мелкого собственника, который по своей сути контрреволюционен. Большая часть средств производства находилась в руках бизнеса. Торговые и производственные цепочки большинства стран региона были завязаны на капиталистические страны. Поэтому их экономики были крайне подвержены капиталистическим проблемам, финансовым и долговым кризисам, перенакоплению капитала, постепенному спаду рентабельности из-за роста органического строения капитала и сдвига внутри него. Когда происходил кризис, общественное производство и потребление страдало точно так же. В итоге реформистами и социал-демократами были недовольны и рабочие, и ремесленники, и мелкий бизнес, и крупные компании. А рост организованности рабочего движения на фоне падения рентабельности спровоцировал яростный отпор правящих классов региона. В более индустриальных странах государство под влиянием капитала стремилось подорвать основные силы рабочего класса, даже если для этого приходилось жертвовать частью экономики. Перевороты в Латинской Америке ставили целью перестроить экономику таким образом, чтобы реставрировать полную власть буржуазии. В 1978 году президентом Колумбии стал либерал Хулио Сезар Турбай Айяла. Его отец Антонио Турбай был богатым ливанским мигрантом и личным другом бывшего президента Рафаэля Нуньеса. При Хулио Турбае полным ходом продолжилась неолиберализация экономики, которая разрушала социальную защищенность населения, вызывала сильное недовольство. А политика стала полностью лояльной к богатым капстранам. Турбай даже поддержал Британию во время Фолклендской войны и разорвал дипломатические отношения с Кубой. Перед глазами у колумбийской власти и народа был пример сандинистской революции 1979 года в Никарагуа, где народное волнение, поддержанное партизанами, привели к свержению проамериканского клана Сомосы. Это было не просто свержение, после него начались левые реформы и массовая национализация. США тут же начало давление на сандинистов. При их поддержке оружием и деньгами на территории Гондураса и Коста-Рики велась подготовка никарагуанских диссидентов. Впоследствии их число достигло 20 тысяч, и они постоянно проводили рейды и нападения на территорию Никарагуа.
Также США ввели тотальные санкции против этой страны и минировали территориальные воды, чтобы не допустить доставку грузов из других стран. Для защиты политики правящих кругов от забастовок и партизан приходилось принимать меры. В Колумбии был принят закон о безопасности, расширивший полномочия военных, которые получили право задерживать всех, кого они заподозрили в симпатии к партизанам. Военная юстиция стала отвечать за расследование политических преступлений. Армии применялись пытки, похищения и другое насилие, что в итоге привело к побегу многих интеллектуалов из страны, в том числе и писателя Габриэля Гарсия Маркеса. Свобода выражения мнений и собраний были ограничены. Было позволено задерживать на срок до 10 дней лиц, подозреваемых в нарушении общественного порядка, и армия, и парамилитарные образования боролись против левых сил. В 1978 году появляется ультраправая организация «Американский антикоммунистический альянс», известный как 3A, по примеру аргентинского антикоммунистического альянса. Она начинает террористическую кампанию против колумбийских коммунистов. Взрывы, похищения и убийства. Современные рассекреченные документы указывают на прямые связи 3A и колумбийской армии, в частности, с батальоном разведки и контрразведки Чари Солана. Отчет 1979 года из посольства США в Боготе, опубликованный в 2009 году, гласит, что руководство и члены батальона разведки и контрразведки непосредственно создавали 3A. А также 29 ноября 1980 года в мексиканской газете «El Día» было опубликовано письмо пятерых бывших колумбийских военных с признанием об участии в терроре. Лейтенант колумбийской контрразведки Марио Урибе заявил, что участвовал в взрыве редакции коммунистической газеты «Воз пролетария». В феврале 1980 года движение М-19 захватило посольство Доминиканской Республики и взяло в заложники 15 дипломатов из разных стран, требуя 50 миллионов долларов и освобождения 311 заключенных товарищей. Через некоторое время дипломатов отпустили, а герильерос получили убежище на Кубе. В 81-м они захватили город Макоа в департаменте Путумайо. Тогда же они угнали самолет в Медельине для перевозки вооружений. Потом захватили в заложники журналиста Александра Пинеда, требуя у властей опубликовать в официальной прессе партизанскую программу мирного урегулирования. Правительство Турбая было далеко от аграрной реформы и уступок рабочим. Оно предпочитало тратить деньги на войну с партизанами-коммунистами. А в это время росла торговля кокаином. Появлялась новая прослойка наркобизнесменов, которая сращивалась с правыми элементами во власти. Люмпенизированные рабочие и крестьяне втягивались в преступную деятельность. В какой-то момент М-19 похитили 26-летнюю дочь Фабио Очоа, одного из лидеров медельинского картеля. Они запросили за Марту выкуп в 12 миллионов долларов. Наркобароны решили ответить асимметрично. В Медельине собрались 223 босса картеля. Каждый выделил по 10 боевиков и по 2 миллиона песо. Вот так появился новый эскадрон смерти, названный «Смерть похитителям» или попросту «МАС». Над Медельином с самолета разбросали листовки с обещанием 20 миллионов песо тому, кто выдаст информацию о похитителях. Наркоторговцы решили всерьез защищать свои инвестиции от экспроприаторов. В этом их интересы совпадали и с землевладельцами, и с корпорациями, и с государством. Наверное, поэтому МАС получали помощь от армии, корпорации «Техас Петролиум» и местных скотоводов. После убийства 200 рядовых партизан, командиров и членов их семей, М-19 приняло решение освободить Марту Очоа. Тогда же, под командованием Генри Переса и Ариэля Атера, была создана Ассоциация владельцев ранчо и фермеров Средней Магдалены – АГДЭГАМ. Помимо взаимодействия между фермерами, АГДЭГАМ обеспечивала юридическое прикрытие для различных военизированных групп, работала над продвижением антирабочей политики, угрожала защитникам прав трудящихся и крестьян.
Ассоциация сотрудничала с МАС Пабло Эскобара в деле террора, а в деле идеологической борьбы спонсировала школы с целью создания патриотической и антикоммунистической образовательной среды, вербовала военизированное формирование, покупала у армии оружие. Акдегам, помимо строительства школ с пропагандистским уклоном, весьма специфично занималась здравоохранением. Развивалась практика, когда мобильные медицинские бригады, работающие в сельской местности, сопровождались агентами и бойцами Акдегам. Это давало возможность связываться с крестьянами, искать среди них сторонников партизан или, наоборот, готовых воевать против них. У землевладельцев региона Пуэрто-Баяка собирались денежные взносы. Сотни детей-фермеров набирались в специально организованные школы самообороны. При этом была установлена система взносов, при которой землевладельцы, занимающиеся выращиванием коки, платили гораздо больше. Это был своеобразный налог на наркотики от негосударственных структур. Подготовленные в лагерях контингенты патрулировали местность с целью противодействия ФАРКу, запугивая их сторонников среди беднейшего крестьянства. Частыми были совместные патрули самообороны и армии Колумбии. Напомним, что формирование вооруженных отрядов самообороны было вполне легальным и поддерживалось армией. Одновременно с этим процессом в 1982 году террор масс распространяется по всей стране. Доходит до того, что президент Бетанкур просит прокурора провести расследование. 20 февраля 1983 года прокурор Карлос Хименес Гомес публично раскрывает имена 163 участников масс, среди которых оказалось 59 действующих представителей государственных силовых структур. К 1982 году экспорт кокаина составил 30% всего экспорта Колумбии. Наркобароны стали владельцами огромных капиталов. А капиталы нужно куда-то вкладывать и приумножать. К концу 80-х многие наркосы стали крупнейшими землевладельцами и обладали огромной политической властью. Они собирали частные армии для борьбы с партизанами, которые пытались передать земли местным крестьянам, и проводили экспроприации. С этой стороны бароны присоединялись к Акдегам, а с другой – многие предприниматели и латифундисты, видя прибыльность наркоторговли, присоединялись к этому бизнесу. И с этой стороны входили в МАС. Произошло взаимопроникновение капиталов. По итогу в Колумбии развился децентрализованный демократический террор против народа. И все это под прикрытием конституции, парламента и свободных выборов. Регион Латинской Америки стал существовать в парадигме неолиберализма, а в ней функция государства ограничивается ролью ночного стража. Мол, государство не должно мешать бизнесу делать дела, но должно обеспечивать существование свободного рынка и привлекать как можно больше инвестиций. Такой подход не только повергает население страны в деградацию ради прибыли бизнеса, но и может ударить по самому бизнесу. Ведь свободный рынок – это конкуренция. А еще при свободном рынке с пугающей периодичностью происходят кризисы. Так и случилось в Латинской Америке. К началу 80-х годов на неолиберальном пути стояли и диктаторские режимы Бразилии, Аргентины, Чили, Боливии, Уругвая, Парагвая и стран Центральной Америки, и более-менее конституционные режимы в Мексике, Колумбии, Коста-Рике и Доминиканской Республике. Они добивались укрепления позиций монополистической верхушки, привлечения иностранного капитала, транснационализации экономики, жесткой социальной политики. Обратной стороной такого курса стало обострение проблемы внешней задолженности. Широкое привлечение иностранного капитала привело к быстрому увеличению общей суммы иностранных прямых капиталовложений в регионе с 18 миллиардов долларов в 1967 году до 80 миллиардов долларов в 1983. Политика модернизации проводилась в ущерб основной части местной экономики, созданной во время импортозамещения. Значительная доля прибыли действовавших в регионе ТНК вывозилась ими за границу. В 1975 году было вывезено за рубеж почти 8 миллиардов долларов, а в 1982 уже 37.
В 70-м году внешняя задолженность латиноамериканских государств составляла не менее 20 миллиардов долларов. К концу 1983 года достигла 360 миллиардов, а к концу 80-х годов – 410-420 миллиардов долларов. Начавшийся в США спад экономики очень сильно ударил по их должникам. Ситуацию усугубило то, что в неолиберальных странах развивались узкие сверхприбыльные отрасли производства, способные максимально быстро окупить вложения, а все остальное предполагалось импортировать. Получается, что флагманы таких экономик зависели от иностранных денег и иностранных рынков сбыта. В Штатах началась стагфляция, разрушившая американские заводы, а вслед за ними и профсоюзы. А непримиримая борьба с инфляцией привела к росту процентной ставки до 20%. Из-за этого страны-должники больше не могли брать новые кредиты и выплачивать долги по старым. Они теряли рынки сбыта из-за падающего спроса и не могли позволить себе поддерживать старый уровень импорта. Для кого-то кризис – беда, а для кого-то – мать родная. Кто-то всегда на нем выигрывает. В предыдущее десятилетие мексиканское реформистское правительство было вынуждено влезть в долги к американским банкам, не желая ссориться с родными капиталистами. А сейчас из-за возросшей процентной ставки в США Мексика не смогла отдавать долги и объявила о своем банкротстве. Американские банки могли понести серьезные убытки, но администрация Рейгана нашла выход. Для Мексики были пролонгированы условия займа, но на условии проведения неолиберальных реформ. Мексиканское правительство обязалось меньше тратить на своих граждан и разрешило приватизировать свое производство. Воистину, никогда не доверяйте ростовщикам, оставят без штанов. К 1982 году такая практика становится основным принципом Международного валютного фонда. С одной стороны, МВФ получал от государства гарантии выплаты долгов, а с другой – транснациональные корпорации получали доступ к приватизированным производствам. Получается, что будь вы военная хунта или рыночные социалисты, вы все равно попадете в зависимость от стран экономического центра. Ведь при капитализме и прибыль, и власть распределяется согласно размеру капитала. Весь 20 век местные элиты пытались выстроить собственное суверенное производство. Но сейчас они согласились или были вынуждены стать компрадорами на побегушках у корпораций. Тот же кризис нанес сильнейший удар по экономике Чили, пионеру неолиберализации. Хотя меры пиночетовского правительства вызвали рост макроэкономических показателей, но продукция чилийской промышленности в 1982 году составляла 74% от уровня 1973 года, когда свергали Альенде. По производству на душу населения Чили еще больше отбросило назад, при том, что с 1971 по 1983 год продукция сырьевой крупной медной промышленности выросла на 70%. За 1974-1978 годы в чилийскую экономику было вложено 2,3 миллиарда долларов иностранных, преимущественно американских капиталов. Увеличилось поступление займов и кредитов из-за границы. Внешняя задолженность выросла с 3,3 миллиардов долларов в конце 1973 года до 21 миллиарда в 1986. Хунта направила инвестиции в узкие, высокорентабельные и конкурентоспособные отрасли, и они действительно испытывали рост. Но одновременно с этим разорилось много национальных предприятий, ориентированных на внутренний рынок. Они не устояли, когда были упразднены протекционистские меры. Упал выпуск продукции машиностроительной, текстильной и других отраслей промышленности. Из-за этого выросла безработица с почти 4% в 1972 году до 30,5% в 1982, включая безработных, охваченных программами минимальной занятости. Общая численность маргинального населения, вытесненного из сферы стабильной занятости, превысила 40% экономически активного населения.
Если сначала высокая инфляция в США способствовала притоку американских инвестиций в экономику Чили, то когда до Чили докатился кризис и выросла ставка рефинансирования в Штатах, капиталы начали наоборот утекать из Чили. ВВП просел на 14%. Аргентина, идущая по тому же пути 76 года и выполняющая те же рекомендации чикагских мальчиков, шоковых терапевтов из секты Милтона Фридмана, тоже угробила большую часть традиционной промышленности, наплодила безработных и получила удар кризиса в 82 году. Это все настолько обострило внутреннее социальное противоречие, что президент, генерал Гальтьери, решил напасть на Фолклендские острова, занятые Британией. По его мнению, это должно было как-то отвлечь народ от безработицы и вызвать дух патриотизма. В целом, на примере этих стран мы видим суть современных инвестиций и добрых кредиторов. Сначала инвесторы при поддержке и при гарантиях правительства забросали деньгами самые выгодные отрасли, а потом начали выводить прибыли. Всего за 1982-1988 годы Латинская Америка получила новых ресурсов извне на 92 миллиарда долларов, а перевела за рубеж около 180 миллиардов. Развал традиционной промышленности привел к тому, что миллионы рабочих были заняты в теневой экономике и кустарно-ремесленном производстве. Быстро росло количество наемных работников в сфере услуг и торговли. Также для всей Латинской Америки 80-х годов было характерно наличие многочисленной домашней прислуги – около 9 миллионов человек. Вместе с рабочими в сложном положении оказались многочисленные мелкие и средние предприниматели, которые ранее активно выступали против левых партий. Они не могли противостоять ТНК в условиях открытых рынков и массово разорялись. Правящий класс понял, что за прогрессом и импортозамещающей индустриализацией стоит постоянная опасность социальной нестабильности и принял меры. Революционная ситуация никогда не появляется исключительно по желанию самих революционеров, и тем более по желанию политических и военных руководителей. Она есть результат складывания специфической ситуации, которая еще должна возникнуть в стране. Условия для складывания такой ситуации не складываются за 4 года или за 5 лет. Для того, чтобы абсолютно все поняли, что речь идет о необходимости кардинальных перемен, о необходимости революции, о необходимости ликвидации системы, о появлении новой молодежи с иным менталитетом. Так вот, это все не может произойти в один момент. Это процесс, и процесс довольно длительный. Финансовый кризис затронул и Колумбию. Выросли инфляция и безработица. Накалилась социальная напряженность. ФАРК на 7-й конференции партизанских отрядов решил, что в Колумбии появились признаки революционной ситуации. Были приняты стратегические планы к наступлению на правительство. М-19 продолжали вести городскую герилью. В 83-м они похитили советника президента. Они требовали помочь пострадавшим от землетрясения в Попаяне и расследовать убийство крестьян в Кауке. С другой стороны, с 82 года было официально зарегистрировано 240 политических убийств, совершенных эскадронами смерти масс. Также ускорились процессы формирования отрядов фермерской самообороны. Большую роль в формировании парамилитарных отрядов сыграли братья Кастаньо. Их отец был крайне правым политиком и землевладельцем в Антиокии. Он был похищен партизанами ФАРК и умер в плену от сердечного приступа. В 83 году первый брат, Карлос Кастаньо, проходил курсы противоповстанческой подготовки в Израиле, а второй, Фидель Кастаньо, создал на своем ранчо группировку «Лос Тангерос» для террора сельского населения. В 1983 году по приказу Фиделя Кастаньо вооруженная группа прошла через деревни в районе Сеговии с акцией устрашения сторонников коммунистов. Они убивали мужчин, женщин и детей, протыкали людей деревянными шестами, изрубили мачете на куски. В акции устрашения были убиты 22 человека.
А правительство нового президента Бетанкура встало на путь сглаживания противоречий, без изменения их коренных причин. Началось строительство доступного жилья, открывались университеты, проводилась борьба с безграмотностью. В 83 году правительство снова пошло на переговоры с повстанцами. По соглашению Лауриббе предусматривались прекращение огня и социальные реформы. Однако в апреле 84 года наркомафия убила министра юстиции, и в Колумбии было введено осадное положение, от которого пострадали и партизаны. Власти Колумбии в дополнение к коммунистическим партизанам столкнулась с ультраправыми и наркогруппировками. С одной стороны, они эффективно применяли террор против левых, а с другой, слишком сильно сплетались с силовыми структурами и брали на себя многие силовые и социальные функции. А монополию на власть никто просто так не отдает. Тем более, что государством управляли представители высшей олигархии, и у них уже были свои армии и полиция. А парамилитарисы и наркобароны были типичными представителями среднего бизнеса, землевладельцев, мелкого фермерства и предпринимательства со своими вооруженными отрядами. Лавируя между ультраправыми и коммунистами, правительство иногда становилось сговорчивым, а многие левые силы, в свою очередь, понимали тупиковость изолированной вооруженной борьбы, искали путь к борьбе легальной. ФАРК и некоторые другие партизаны пошли на переговоры с правительством и заключили перемирие. Мы одобряем нашими подписями политику прекращения огня и мира, проводимую секретариатом, и приказываем всему движению прекратить огонь по противнику в полночь, чтобы начать испытательный период перемирия сроком на 1 год. Предполагался испытательный период без стрельбы и разведения войск по разным районам. В перспективе планировалось, что правительство проведет реформы в отсталых сельских районах и увеличит социальную поддержку населения. На вопрос о том, что он будет делать, если мир будет заключен, Маруланда ответил: «Я вернусь в Геную, где я жил в детстве, и буду работать, если, конечно, наше хозяйство все еще существует». Но он так никогда и не вернется к мирной жизни. В мае 85 года 4 партизанских организации ФАРК, ЕЛН, ЕЛП и М-19, социалисты и Компартия Колумбии создали социалистическую партию «Патриотический союз». Многие партизаны легализовались в этом союзе. Партия участвовала в местных выборах и провела 350 кандидатов в муниципальные советы. Также партия готовилась выдвигать кандидата на президентские выборы. Легальная борьба, конечно, много чем хороша, но в данном случае члены партии оказались безоружными, да еще и на виду у всей страны. Это привело к трагедии. Сразу же начался террор ультраправых сил против Патриотического союза. В течение первых 20 месяцев существования легальной партии было убито около 1200 активистов, в том числе 2 кандидата в президенты, 8 членов Сената и 15 мэров. Всего к моменту прекращения договора Лауриббе в 1990 году жертвами правого террора стали 30 тысяч человек, что превысило потери партизан за все годы герильи. Под прицел попадали и высокие политики, и рядовые члены. 11 октября 1987 года убит руководитель Патриотического союза Хайме Падре Леаль. 24 ноября трое вооруженных мужчин атаковали офис коммунистической молодежи ЮСО. Погибли 6 молодых людей. Резня в доме ЮСО осталась безнаказанной. Глава союза молодежи Хосе Антекера убит в Боготе в 1988 году. Мануэль Густаво Чакон, один из лидеров профсоюза УСО в Баранко-Бермехе, был убит 15 января 1988 года членами разведывательной сети вооруженных сил. Хосе Антекер, новый руководитель ЮПИ, убит 3 марта 1989 года. Бернардо Харамила Оса, новый лидер партии ЮПИ и кандидат в президенты, был убит 22 марта 1990 года. В том же году убили кандидата в президенты от М-19 Карлоса Гомеса. Впоследствии, через много лет, один из лидеров парамилитаросов Карлос Кастаньо напишет в мемуарах, что они считали Патриотический союз всего лишь прикрытием ФАРКа, и даже немного будет сожалеть о жертвах.
а бывший директор службы безопасности Колумбии Альберто Ромеро в 2010-м будет обвинен в причастности к убийству лидера Патриотического союза и, наверное, тоже будет сожалеть. Перемирие не получилось. В сентябре бойцы движения М-19 похитили дочь банкира Хайме Микельсона Урибе, который руководил лопнувшим холдингом группа Gran Colombiana, этим самым обанкротил 168 компаний и оставил без денег сотни вкладчиков. М-19 назвали это народным судом и потребовали выкуп в 100 миллиардов песо. В ноябре М-19 пошли еще дальше. Они захватили дворец правосудия в Боготе и удерживали в заложниках около 300 человек. Целью этой акции было осуждение президента Бетанкура за срыв перемирия. М-19 надеялись повторить успех захвата доминиканского посольства. Президент же отказался идти на переговоры. По его приказу начался штурм дворца с привлечением спецназа и бронетехники. В ходе боя начался сильный пожар, и дом правосудия выгорел изнутри. Всего было выведено 215 человек. Погибли 33 партизана, 11 солдат, также 54 гражданских, в том числе 13 судей. Произошедшая бойня всколыхнула общественное мнение. Многие левые осудили эту акцию. Правительство начало наступление на вооруженных левых. Только на левых. А парамилитарные организации все это время убивали и убивали как легальных, так и нелегальных социалистов. В 1985 году наркобароны из Медельина Пабло Эскобар, Хорхе Луис Очоа и Гонсало Родригес Гача начали вливать в Акдегам и МАС большие суммы денег для оплаты вооружений, оборудования и обучения. С этим процессом связывают лично Пабло Гуарина, либерального политика из Пуэрто-Баяки, который сумел договориться с главарем медельинского картеля Гонсало Гача, купившим землю в том же муниципалитете. Наркоторговцы пытались защитить свои земли и обрести социальную легитимность в глазах некоторых слоев населения. Для этого им нужно было эффективно подавлять красную угрозу. Пабло Эмилио Гуарин, сын бывшего партизана ФАРК, ярый антикоммунист. В 1983 году был обвинен в принадлежности к военизированной группе «Смерть похитителям» МАС. Оказывал содействие созданию АКДГАМ. 15 сентября 1984 года участвовал в нападении на делегацию, которая стремилась оказать давление на власти Пуэрто-Баяка, чтобы найти пропавших без вести левых в районе Средней Магдалины. Был избран в Палату представителей от Баяки в 1986 году. Как происходило сотрудничество наркоторговцев и антиповстанческих сил? И сверху, и снизу. Ведь и те, и другие желали защитить свою частную собственность в условиях, когда олигархическое государство не справлялось с коммунистами. В начале 1985 года в нескольких километрах от Пуэрто-Баяка во время патрулирования местности отряд местной самообороны остановил и конфисковал фургон, груженный кокаином. Груз принадлежал Пачо Барбосе, землевладельцу из поместья Ласуис в Пуэрто-Наре. Владельцы груза вступили в переговоры с руководством самообороны Пуэрто-Баяка, которые завершились соглашением. Стороны сошлись в отношении к местным коммунистическим партизанам, которые боролись за земельную реформу. Груз был возвращен бизнесменам, а самооборона получила от них в качестве компенсации автомобиль Toyota. Также территория поместья Ласуис была включена в антипартизанское патрулирование самообороны.
Партия «Патриотический союз» планомерно выступала против эскалации насилия в отношении беднейшего крестьянства, против убийства своих партийцев и сращивания отрядов самообороны с наркобизнесом. За это в 1987 году медельинским картелем был убит глава «Патриотического союза» Хайме Пардо Леаль. Через некоторое время, как бы в ответ, был убит Пабло Гуарин. Тогда Гача, по кличке Мексиканец, совместно с Генри Пересом из Акдегам договорились нанять иностранных инструкторов для подготовки своих бойцов. Изначально были наняты 5 израильтян, потом еще 11 британцев. Они проводили тренировки для бойцов на базе школы Акдегама. Впоследствии израильский подполковник Яир Кляйн признался, что руководил учебой. В сводный отряд учеников входили и люди Переса, и люди Гачи, и самого Пабло Эскобара. Первоначальной идеей по использованию профессионалов было уничтожение генерального штаба ФАРК в Урибе. Связи ультраправых парамилитаресов с наркобаронами всегда были крепки. Здесь нет ничего сверхъестественного, ведь многие наркобароны были выходцами из той же прослойки, что и ультраправые. Из фермерства, землевладельцев, кулаков, мелкого и среднего бизнеса. Раньше они занимались торговлей, выращиванием хлопка и кофе с использованием труда безземельных крестьян. Потом некоторые, гоняясь за прибылью, переходили к контрабанде или наркобизнесу. Здесь, кстати, весьма удачно подвернулись голодные крестьяне и городские безработные. У неолиберального правительства не было рецептов, как их устроить в жизни. Предполагалось, что мелкий и средний бизнес примет в себя всех. А чем вам наркоторговля и наемничество не бизнес? Во многих вопросах парамилитаресы смыкались и с государственными структурами – армией, полицией, чиновничеством. Офицеры войск Монтерии, Пуэрто-Баяки, Берио, Сальгаре и Сан-Винсенте-дель-Кагуане были замечены в связях с Акдегам. Множество офицеров Баяки постоянно бывали в гостях у Генри Переса. Армия и отряды самообороны проводили совместное патрулирование. Да и сама по себе армия была замечена в терроре против левых сил, даже легальных. Судьба коммунистки Нидии Баутисты рельефно показывает, как госструктуры смыкались с ультраправыми и становились неотличимыми от них. 30 августа 1987 года член М-19 и активная коммунистка Нидия Баутиста была похищена из дома, в котором она проживала со своей семьей в Боготе. Согласно показаниям свидетелей, ее затащили в джип марки Suzuki 8 мужчин, которые были вооружены, но одеты в гражданскую одежду. Один из свидетелей запомнил номер джипа. Похищение госпожи Баутиста было сразу же доведено до сведения местных властей Ассоциации солидарности с политическими заключенными. Отец Ниди совместно с прокуратурой наводил справки о ее местонахождении в различных полицейских и военных подразделениях, а также в разведслужбе, однако это не привело ни к каким результатам. 14 февраля 1987 года должностное лицо Генеральной прокуратуры рекомендовало направить полученную информацию компетентному судье. 10 февраля 1988 года следственный судья прекратил судопроизводство. Тем временем 12 сентября в городе Гуябиталь было обнаружено тело. В свидетельстве о смерти говорилось о 35-летней женщине, которая была одета в белое платье с голубым рисунком и имела белую сумочку. У нее были завязаны глаза и связаны руки. Ее лицо было изуродовано. Согласно результатам вскрытия, скончавшаяся была убита выстрелом в голову. Никаких других мер для опознания тела принято не было. 14 сентября мэр Гуябиталя передал свидетельство о смерти местному следователю, который приступил к расследованию 8 октября. 22 декабря 1987 года следственный судья Гуябиталя передал данное дело в районный отдел технической службы судебной полиции. 17 августа 1988 года полицейские сообщили, что они не смогли обнаружить убийц или установить мотив преступления, поскольку место, в котором было обнаружено тело, способствовало сокрытию следов совершения такого преступления. Они также не смогли установить личность жертвы, поскольку во время происшествия не были сняты отпечатки пальцев. После этого рассмотрение данного дела было приостановлено. В начале 1990 года семье Нидии Баутиста стало известно о том, что в Гуябитале была захоронена неопознанная женщина, чьи приметы соответствовали приметам Нидии. После значительного давления со стороны семьи и общественных организаций, Генеральная прокуратура издала распоряжение об эксгумации тела.
Сестра Нидия познала элементы одежды, а 11 сентября 1990 года судмедэкспертиза подтвердила, что найденные останки являются останками Нидии Баутиста. 22 февраля 1991 года сержант 20-й бригады подразделения военной разведки и контрразведки Бернардо Альфонсо Гарсон дал показания перед начальником отдела особых расследований о том, что Нидия Баутиста была похищена сотрудниками 20-й бригады по приказу полковника Альваро Виландии Уртада. В течение 2 дней Нидию держали на ферме, после чего доставили в Кебра-де-Бланку и убили. Отец Нидии Баутиста представил ходатайство о возбуждении дисциплинарного производства против лиц, несущих ответственность за исчезновение его дочери. 29 января 1992 года прокурор в отделе по правам человека информировал его о том, что это дело было возвращено в компетентную прокуратуру с целью завершения по нему расследования. Но 3 февраля генеральный секретарь Министерства обороны сообщил о том, что военные суды не проводят расследования по данному делу. А после отстранения от должности начальника отдела особых расследований Генеральной прокуратуры Колумбии, рассмотрение дела было прекращено, несмотря на свидетельские показания господина Гарсона. В Колумбии номинально было все, что нужно для мирного развития страны – демократические процедуры, парламент и законы. Но государство отлично научилось забивать болт на всю эту демократическую мишуру, ведь в современной неолиберальной демократии это так легко. И не просто так в этой стране была создана ассоциация родственников исчезнувших заключенных. Новый президент Вергилий Барко Варгас был внуком генерала и нефтепромышленника, учился в Массачусетсе, изучал экономику у рыночных сектантов и нобелевских лауреатов Роберта Солоу и Пола Самуэльсона. Он открыл колумбийский рынок для всего мира. Он заявлял, что поборет наркотики, нищету и насилие. Но реальность бессердечна. Для безопасности богатейших людей было необходимо насилие, и оно не прекращалось. А богатейшие люди были рядом с властью. Вы, наверное, уже заметили, что подавляющее большинство президентов и политиков вообще были потомственными аристократами или бизнесменами. Например, советником нового президента был бизнесмен Герман Монтойя, основатель GM Call Motors, член правления нескольких крупных компаний. По всей истории Колумбии видны яркие слияния капиталов и государства. И в какой-то момент эти капиталы рассудят, что коммунисты в джунглях, конечно, опасны, но не стоит позволять наркобаронам и землевладельцам с их парамилитаросами накапливать миллиарды и перетягивать на свою сторону госаппарат. И так уже братья Фидели Карлос Кастанья к 1988 году скупили больше 1 миллиона гектаров земли в Антиокии, Кордове и Чоко. Чему, кстати, способствовало массовое бегство крестьян из зоны действия парамилитаресов. Жесткие массовые убийства в сельской местности чаще всего касались индейских и афроколумбийских общин, проживающих в районах с хорошей землей или на местах, удобных для контрабанды. Такая же тактика использовалась в Никарагуа для освобождения земель. Действия на территориях общин заключались в поэтапном применении 3 методов. Разрушение коллективных связей с помощью запугивания и убийства общественных лидеров. После – избирательный контроль за населением и облавы. Наконец, устройство бизнеса на этой территории. Лесозаготовки, сельское хозяйство, добыча ископаемых, постройка инфраструктуры для привлечения иностранных инвестиций. На скупленных за бесценок или попросту захваченных землях устраивались латифундии, на которых сажали хлопок, масличную пальму, кофе, бананы, ну или коку. В результате такого современного огораживания происходила концентрация капитала, появлялись конкуренты старым элитам. И в то же время внутренняя миграция населения в Колумбии за 1985-2005 годы достигала 5 миллионов человек. В условиях нарастающей эскалации президент Барко провел наступление на ФАРК.
Вместе с массовыми убийствами сторонников партизан, профсоюзных активистов, правозащитников, членов Патриотического союза, это очень сильно ослабило левые силы. Теперь можно было заняться и ультраправыми. В 1987 году правительство насчитало 128 организаций частного правосудия. Через два года со всей жестокостью к ультраправым парамилитарцам была принята серия указов. Верховный суд постановил, что закон о привлечении местной самообороны к военным операциям является неконституционным и противоречит принципу монополии на применение оружия государством. Акдегам попытались замаскировать себя как политическое движение и перейти на легальные рельсы. Было создано движение национального возрождения «Морена» во главе с Эрнесто Баесом де ла Серной. Это усложнило работу парамилитаресов. Закон восторжествовал, а парамилитаресы просто ушли в подполье. В это время наркобароны пытались войти в истеблишмент и занять место среди элит страны. Например, Пабло Эскобар уже вкладывал деньги в свою популярность и к 1984 году стал заместителем конгрессмена. Правда, тогда его сняли с должности из-за министра юстиции Родриго Лара Бонильи. Его убьют по заказу Эскобара 30 апреля 1984 года. Многие политики были против легализации наркокапиталов. Менее экзотичные капиталы не хотели терпеть конкурентов с баснословными прибылями. А помимо всего прочего, в США правительство Рейгана озаботилось деградацией населения. Конечно, после разгрома профсоюзов, роста безработицы и исчезновения социалки, работяги должны были работать больше и эффективнее, а не садиться на наркотики. Но это же именно так работает. В Колумбии разгорелась нешуточная война наркокартелей между собой и властью. Убивали и похищали политиков, чиновников, членов их семей. В 1987 году Верховный суд под давлением наркобаронов и патриотически настроенных политиков отменил договор об экстрадиции в США, обвиненных в ведении наркобизнеса колумбийцев, несмотря на мнение штатов. Но президент Барка продавил экстрадицию обратно, не желая договариваться с наркобаронами. Это привело к эскалации насилия с их стороны. Но Барка уже начал крестовый поход против наркотиков. В 1989 году был убит Гонсало Родригес Гача. Наркокартель попытался связаться с правительством для переговоров, но получил отказ. Тогда он похитил 17 человек из богатых семей Антиохии, атаковав истеблишмент напрямую. Также был похищен сын советника президента. А президенту необходимо было восстановить управление над госаппаратом. В августе 1989 года выяснилось, что несколько тысяч политиков и чиновников разного уровня находятся на содержании медельинского картеля, в том числе свыше 2000 офицеров полиции. Президент сместил их с должностей. Впрочем, уже следующий президент Сезар Гавирия отменил этот указ. В это же время правительство начало увеличивать численность вооруженных сил. Если в 1988 году они состояли из 150 тысяч человек, то через год, в 1989, уже из 210 тысяч человек. Началась подготовка специальных контрпартизанских подразделений. Были закуплены вертолеты Black Hawk. Правящий класс брал игру в свои руки. Самая большая партизанская группировка ФАРК в лучшие годы насчитывала 17 тысяч человек. Партизаны опирались на бедное сельское население и национальное меньшинство, имели сеть информаторов и в какое-то время могли контролировать 45% территории страны. Но соперничать с растущей государственной армией и безнаказанными парамилитарцами было все сложнее и сложнее. В 90-м году большинство партизан из EPL и М-19 отказалось от вооруженной борьбы и разоружилось. Они изменили позиции в сторону социал-демократической ориентации и выступили за демократический путь к социализму. В апреле 90-го года лидер М-19 Карлос Писарро был убит. Его преемником стал Антонио Наварро Вольф, который в августе 90-го года стал министром просвещения в либеральном правительстве, а лидер EPL Бернардо Гутьеррес стал сенатором Конгресса страны. В
ФАРК с 1991 года вел переговоры с правительством о преодолении социальных последствий неолиберализма, о безнаказанности парамилитарных формирований. Правительство утверждало, что борьба бессмысленна, что нужно разоружиться и вливаться в систему. Песня о полном коллапсе социализма была использована для того, чтобы потребовать от колумбийского партизанского движения сложить оружие и стать частью существующей политической системы. Именно так и поступили М-19, ИПЛ, движение имени Кантин Ламе и Революционная партия трудящихся, которые согласились сложить оружие, полагая, что вооруженная борьба потеряла свое былое значение. Очевидно, они забыли о крайне тяжелых проблемах, которые продолжают существовать в стране и которые не были решены их демобилизацией. Наоборот, ситуация, в которой мы живем сейчас, очень далека от улучшения. И она ухудшается, и, судя по всему, будет ухудшаться дальше. На рубеже 90-х левым силам всего мира становилось все сложнее. Поддержка от Горбачевского СССР сокращалась, а мировой капитал выписал себе отсрочку, вывозя производство за границу и ограбляя третий мир с помощью кредитных инструментов. Многие радикальные группировки, не дождавшись мировой революции, стали переходить на умеренные и легальные позиции. Это случилось с уругвайскими Тупамарос, аргентинскими Монтанерос, левым революционным движением в Чили, Альфара Виве в Эквадоре и многими другими. Левые организации очень жестко и по делу критиковали антисоциальную либеральную политику и соглашатели из числа социал-реформистов, но не могли предложить массам реалистичную альтернативу. Например, в Чили в 90-м году широкая коалиция отстранила хунту Пиночета от власти, но экономика страны так и осталась неолиберальной. Просто диктатуру сменила внешне пристойная демократия. В результате экономических реформ в начале 90-х годов и уничтожения традиционной промышленности уменьшилась численность профсоюзов и снизилась эффективность рабочих выступлений. Возросло количество маргинализированных слоев населения, не имеющих постоянной занятости. Из-за этого протесты приобрели бунтарский и внеклассовый характер. Такие массы легко увлекались харизматичными лидерами то в левую, то в правую сторону. Это был закономерный итог того, что международный капитал перегруппировался и вышел на новый виток накопления, а мировой социализм попытался мирно сосуществовать. ТНК закрепляли успех с помощью рыночной глобализации. По всему миру насаждалась экономическая либеральная парадигма, которой через финансовые инструменты порабощались экономики целых стран, ранее пытавшихся быть независимыми от мирового империализма и соцблока. Неприсоединенцы и реформаторы переиграли сами себя и уже сами были вынуждены толкать антисоциальные реформы. Например, в Венесуэле президенту-социал-демократу Карлосу Пересу пришлось начать приватизацию госсектора и сокращение социальной поддержки населения в 1989-м. Все ради инвестиций и займов от МВФ. Доходы с 41% работников упали ниже прожиточного минимума, и при этом усилилась концентрация денег у сверхбогатых. Это вызвало как уличные протесты и всеобщие забастовки трудящихся, так и первый военный мятеж Уго Чавеса, но социал-демократы задавили эти выступления. Страны региона открывали рынки, создавались зоны свободной торговли между андскими государствами. Был создан Меркосур – общий рынок Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая. Мексика, Канада и США создали сообщество «Нафта». К 1993 году к ним присоединилась практически вся Латинская Америка, в том числе и Колумбия. Теперь корпорациям никто не мешал перемещать капиталы и вывозить прибыли. Наступил тот самый конец истории, который воспел Фукуяма, отсутствие конкурентов и полное раздолье для корпораций. Выполняя директивы МВФ,
Правительство широко открывает границы страны и ее внутренний рынок иностранному капиталу и товарам. Оно приватизирует основные государственные предприятия, сокращает количество рабочих мест, гарантирует огромные доходы собственникам-спекулянтам, ликвидирует стимулы к занятию сельским хозяйством и доводит национальных производителей до банкротства. Это является самым ярким примером развития дикого капитализма по неолиберальной модели, при которой экономический рост обратно пропорционален росту благосостояния рядовых граждан. В Колумбии капитал укрепил свои позиции. В начале 90-х годов доля малоимущих составляла 36% населения, почти 12 миллионов человек. При этом 50% населения получали 17% от совокупного дохода. Самые богатые 20% получали 55%. 2% землевладельцев держали в руках почти половину земельных участков, а 63% крестьян – всего 5% земли. Тенденция к централизации капитала сохранялась на всем континенте все десятилетие. В 2003 году 40% населения континента, то есть 208 миллионов человек, находилось за чертой бедности. 10% самых богатых имели 40% дохода в своих руках. И при этом всем правительство все сокращало расходы на социальную поддержку населения и не забывало о богатых. При президенте Гавирии были приватизированы 5 колумбийских портов. Все они оказались в руках политических деятелей и друзей президента. Государство постепенно наступало на рвавшийся во власть медельинский картель. Наркобароны в ответ устраивали теракты, взрывы самолетов, похищения. Властям в этой борьбе помогали другие наркоторговцы – картель Кали. С их участием была создана парамилитарная организация «Лос Пепес» — люди, преследуемые Пабло Эскобаром. Ее возглавил уже знакомый нам Фидель Кастаньо. В 92-м году, когда наступил апогей этой борьбы, в Медельине было убито 6600 человек. Наконец, в 93-м году был убит руководитель медельинского картеля — Пабло Эскобар. Но наркотрафик не сократился, он просто перешел в руки более сговорчивого картеля Кали. О том, что наркобизнесу было указано его место, но не более, говорит тот факт, что президент Эрнесто Сампер получил от наркоса взятку в 6 миллионов долларов. Одновременно выяснилось, что деньги получили министр внутренних дел Сернет, министр иностранных дел Пардо и министр связи Турбай. В 96-м году генеральный прокурор отстранил президента от должности и передал дело в Конгресс. Конгресс признал Эрнесто Сампера виновным, но освободил от уголовной ответственности. Все ж свои, чего стесняться? Уже в это время начинает проступать сущность правых парамилитарных отрядов. Изумрудный бизнесмен Виктор Каранса, который денежно и морально поддерживал президента Сампера за приватизацию изумрудных шахт, создал свои военизированные отряды для борьбы с конкурентами. Парамилитарные группы создавали вокруг себя идеологический ореол защитников от коммунизма. Но здесь они в полной мере проявились как частные армии, созданные бизнесом для войны за собственные шкурные экономические интересы. Они нападали и на борющийся народ, и когда народ успокаивался, друг на друга. История учит нас тому, что государство – это аппарат, который правящий класс создает для подчинения тех, кто им же отстранен от власти. В процессе формирования нынешнего колумбийского государства олигархия под нажимом США включила доктрину национальной безопасности в перечень основных концепций государственного управления. В Колумбии доктрина продолжает применяться в полном объеме. Государственный терроризм, исчезновение людей, политические убийства, полувоенное формирование, военное законодательство – все это активно используется нынешним политическим режимом. После развала мировой социалистической системы классовая борьба в мире не остановилась. Ведь буржуи не собирались облагодетельствовать человечество. Как бы ни убеждал нас Фукуяма, конец истории не наступил. Партизанское движение в Колумбии оправилось от разгрома 80-х годов и получило подпитку за счет обездоленного реформами населения. В 90-м году войска правительства атаковали штаб-квартиру секретариата ФАРК в Каса-Верде, но штаб сумел уйти.
А позже партизаны добились серии военных успехов и увеличили подконтрольные территории. Ультраправые группировки тоже никуда не делись. Лос-Тангерос братьев Кастаньо переименовалась в крестьянские силы самообороны Кордовы и Урабы, АККУ, и продвинулась на северные районы страны, где ранее хозяйничали медельинцы. В 1994 году при активной поддержке губернатора Антиокии Альваро Урибе Велеса была начата программа «Конвивир». Ее задачей была поддержка войск в противостоянии с партизанами. Многие наши старые знакомые из Агдегам, МАС и АККУ вошли в программу на легальных основаниях. В феврале 1996 года отряд парамилитаресов напал на поселение Трокадеро. Поселение находилось рядом с землями крупного латифундиста и посла Колумбии при ЕС Карлоса Маруланды. Отрядом парамилитаресов управлял брат этого латифундиста, Франциско. Крестьяне считали эти земли своими, а латифундисты своими. В результате 40 человек были убиты. С Асьенду бежали 170 семей, и 250 домов было сожжено. Карлос Муруланда и его брат были задержаны, но вскоре были оправданы и освобождены. А вот показания бывшего боевика Вильяльба Кристиана Барретта о тренировках парамилитаресов в 1994 году. В середине 1994 года меня послали на курсы в поместье 35 в Эль-Тамате, Антиокия, где находился тренировочный лагерь. Рабочий день начинался в 5 утра, и подготовку проводили непосредственно члены высшего военного командования, такие как Добре Сьерра, он же Карлос Гарсия. В качестве расходного материала при обучении расчленению использовали крестьян, собранных и захваченных эскадронами смерти окрестных селений. Это были люди в возрасте, которых связанными привозили в грузовиках. Их выводили со связанными руками и помещали в камеры, где держали запертыми в течение нескольких дней до начала тренировок. Занятия назывались воспитанием смелости. Связанных крестьян разбивали на 4 или 5 групп, а затем их расчленяли. Из камер женщин и мужчин выводили в нижнем белье. Со связанными руками их пригоняли туда, где ждал инструктор, дававший указания. Инструкции были следующими – отрубить руку, отрубить голову, разделать живьем на части. Крестьяне плакали и просили, чтобы их пощадили, говорили, что у них есть дети. Эти ужасы продолжились и в просвещенной демократической современности. Просто людям с красивыми лицами ну очень нужна была территория, чтобы выращивать там масличные пальмы или добывать ископаемые ресурсы. В 1997 году количество фактов о преступлениях, совершенных под прикрытием конвивир, стало таким большим, что скрывать их уже было невозможно. Как вы думаете, эта проблема решалась? Очень легко. Под командованием Карлоса Кастанья были созданы объединенные силы самообороны Колумбии, и бывшие члены конвивир просто перешли туда. Преступления, естественно, не прекратились. Резня в городе Мапирепан, департамента Мета. 14 июля 1997 года около сотни вооруженных членов АУК прибыли в город в поисках людей, связанных с партизанами. Сверяясь с заранее составленным списком имен, они ходили от дома к дому. Мирные жители были доставлены в центр города, где они подверглись пыткам и были убиты. Людей обезглавливали бензопилами, подвешивали на крюки для мяса, рубили мачете, перерезали им глотки. Затем тела были выброшены в близлежащую реку Гуавьяры. Бойня длилась 5 дней. Местные жители вызывали полицию и армию все время. Но они так и не прибыли, пока парамилитаресы не покинули город. Последующее расследование показало, что отряд АУК беспрепятственно приземлился в аэропорту Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, а полковник армии Лина Санчес оказался в сговоре с Карлосом Кастаньо. Бойня в Каука. Сотня бойцов фронта Калимы вошла в деревню и начала бессистемное убийство. 17-летняя Глэдис Ипия была обезглавлена бензопилой, 6 человек застрелены. Другой мужчина был изрублен на куски и сожжен. Вождя коренных народов по имени Каэтана Крос разрезали пополам бензопилой. Парамилитаресы выстроили жителей деревни в центре города и спросили людей, знают ли они каких-либо партизан. Если они отвечали нет, их зарубали до смерти мачете. И снова армия не прибыла на место 4-дневной резни.
хотя ее база находилась в нескольких десятках километров. От 4 до 6 тысяч человек покинули район, опасаясь насилия. ФАРК всеми силами пытался остановить кровопролитие. Мануэль Маруланда смог договориться с президентом Пастраной о демилитаризации департамента Кокета. Но переговоры, как всегда, забуксовали. А вскоре Мануэль Маруланда Велес умер. Я считал и считаю, что Маруланда был одним из самых выдающихся колумбийских и латиноамериканских партизан. Когда многие имена посредственных политиков будут забыты, Маруланда будет признан одним из самых достойных и стойких борцов за благополучие крестьян, рабочих и бедняков в Латинской Америке. АУК занималась не только грязной войной в пользу местного капитала, но и часто прислуживала иностранным корпорациям. А те, наплевав на пресловутые права человека, с удовольствием пользовались кровавыми услугами. За 90-е годы парамилитарасами было убито 9 профсоюзных активистов на филиалах международной корпорации Coca-Cola. Также неоднократно профсоюз подавал иски на компанию за пытки, похищения и угрозы от ее наемников. Судья постановил, что Coca-Cola не в ответе за деятельность своих филиалов, но и филиалы никак не были наказаны. На основании проведенного расследования мы утверждаем, что по прямой или косвенной вине компания Coca-Cola от рук партизан из АУК погибли 9 работников компании. Убитые являлись активными членами нашей организации и, несомненно, были неудобны руководству компании. Нам доподлинно известно, что в 1994 году один из менеджеров компании заплатил боевикам за ликвидацию двух наших товарищей. В 2001 одна из жертв погибла от пуль повстанцев непосредственно на территории завода, что нельзя считать простым совпадением. Последним в августе 2002 года от рук бандитов пал Адольфо Муньера. Американская угольная компания Drummond Coal получала от колумбийских шахт, железной дороги и морского порта 1,7 миллиарда долларов в год. Она не хотела расставаться с прибылями и поэтому финансировала отряды АУК с 96 по 2006 год. Результатом этого плодотворного сотрудничества стали около 600 убитых человек. В феврале 2001 года члены АУК ворвались в дом профсоюзного организатора Кандида Мендеса и убили его на глазах у семьи. В марте 2001 были убиты председатель профсоюза Вальмар Лакарна и его заместитель Виктор Аркасита. В 2008 году бойцы распущенного АУК признались в убийствах и указали на то, что выполняли заказ угольной компании. Американская фруктовая компания Chiquita Brands International с 97 по 2004 год передала АУК почти 2 миллиона долларов. Также в 2001 году через колумбийский порт, принадлежащий дочерней компании Chiquita Brands, было ввезено 3400 автоматов АК-47 и 4 миллиона патронов, предназначенных для АУК. Никому из руководителей компании не было предъявлено обвинение, однако компания получила штраф в размере 25 миллионов долларов. Парамилитарысы пытались влиять на большую политику для своей пользы. Бывший командир организации Манкуса признался, что в 98 году в северных районах страны бойцы АУК вынуждали население голосовать за Андреса Пастрану. Манкуса Сальваторе, 1964 года рождения, один из командиров АКДГАМ и АУК. В 2006 году сдался властям и признался в убийстве 336 человек. Власти Колумбии конфисковали его имущество общей стоимостью 25 миллионов долларов. В 2008 осужден на 16 лет заключения, то есть до 2024 года, и экстрадирован в США. А на выборах 2002 года АУК советовали крестьянам голосовать за правого популиста Альваро Урибе. Что характерно, на президентском посту он был весьма лоялен к парамилитарысам. При его правлении были приняты меры по реинтеграции 25 тысяч парамилитарысов в общество, а 6 тысячам боевиков, совершивших преступления против человечества, было гарантировано снижение сроков заключения до 8 лет.
Вообще президент Урибе стал олицетворением сращивания интересов разных отраслей бизнеса. Он был связан и с финансистами, и с корпорациями, и с местными средними землевладельцами. А по некоторым признакам и с наркобизнесом. Хотя разобрать, кто есть кто в этом клубке, почти невозможно. Капиталы всегда смешиваются, двигаются в более выгодные места. И ради прибыли нарушают законы. Отец Альваро Урибе был крупным землевладельцем. В 1982 году арестован за связи с наркокартелем, но почти сразу отпущен. Через год был похищен и убит бойцами ФАРКа. В общем, не сложилось у них с партизанами. С 80 по 82 год Альваро Урибе возглавлял управление гражданской авиации Колумбии. В это же время медельинский картель обзавелся собственными самолетами и пилотами. В 83 году Урибе стал мэром Медельина. С 86 по 94 год был сенатором и активно выступал против экстрадиции наркоторговцев в США. После этого он стал губернатором Антиокии и активно содействовал созданию антипартизанской программы «Конвивир». На президентском посту с 2002 по 2010 он также бескомпромиссно убивал левых партизан, а с ультраправыми вел милый диалог о сдаче. Также он озаботился развитием социалки, хотя количество бедных не уменьшилось, и борьбой с наркоторговлей. В результате действий правительственной армии численность ФАРК сократилась в два раза, до 8 тысяч человек. Было убито примерно 100 командиров ФАРК. Осенью 2007 года убит командующий Карибским блоком Густав Руэда Диас и командующий 16-м фронтом Томас Медину. 1 марта 2008 года убит Рауль Рейес, второй человек в секретариате ФАРК. 3 марта убит Иван Риос, командующий центральным блоком ФАРК. От США были получены 3 миллиарда долларов на нейтрализацию наркобаронов и помощь сельским районам, ну чтобы крестьяне перестали выращивать коку. Существует мнение, что деньги были потрачены на борьбу с левыми партизанами. Армия увеличила число операций против ФАРК, а выращивание коки не уменьшилось. Будучи правым политиком неолиберального толка, Урибе не забывал что-нибудь приватизировать и оставлять людей без куска хлеба. В 2004 году его правительство вознамерилось приватизировать нефтяную компанию «Экопетрол». У правительства задача иная – разделить и приватизировать компанию. Оно заинтересовано и в продаже производственных площадей и заводов. Мы же хотим, чтобы компания развивалась, модернизировалась, чтобы она продолжала добывать углеводороды и их производные, чтобы наша страна самостоятельно обеспечивала себя необходимыми ресурсами, а не ввозила их из-за рубежа. Профсоюз УСО организовал забастовку, которая вынудила правительство отступить и подписать соглашение с профсоюзом о запрете продажи акций компании. Но буржуй не был бы буржуем, если бы не подгадил. Через некоторое время компания уволила 260 рабочих, которых профсоюз долго и нудно восстанавливал через суд. На сегодняшний день профсоюз в основном не участвует в серьезных переговорах. В ходе последней крупной забастовки 260 наших коллег было уволено. Мне и нашим юристам пришлось потратить немало времени и сил, чтобы восстановить их на работе и выбить для них компенсации за вынужденный простой. Но рабочие стали опасаться участвовать в забастовках. Например, если рабочий принимает участие в трех профсоюзных мероприятиях и отсутствует на рабочем месте, по его адресу присылается письмо с предупреждением о том, что в случае продолжения акций он будет уволен. Это приводит к некоторой апатии среди рабочих. Нам приходится бороться за то, чтобы как можно больше наших коллег вступало в профсоюз. Тогда мы сможем вновь вести борьбу вплоть до остановки работы. Это основной способ для профсоюза – быть услышанным работодателем. А еще через три года правительство все-таки объявило о продаже 20% акций компании. И снова профсоюзу пришлось бороться за нее. Хорошее правительство, народное. За совокупность своих свершений Урибе и стал первым президентом Латинской Америки, удостоенным высшей гражданской награды США. В 2009 году Джордж Буш вручил ему президентскую медаль свободы. Президент Колумбии Альваро Урибе отстаивал верховенство закона в стране, которая десятилетиями переживала насилие со стороны незаконных вооруженных формирований.
Он продемонстрировал глубокую приверженность процветанию народа Колумбии, а его смелая политика способствовала распространению демократических ценностей и заложила основу для прочного мира на всей территории Колумбии. Он был мужественным партнером Соединенных Штатов, и под его руководством Колумбия стала образцом для стран, стремящихся к примирению и созданию общества, основанного на уважении человеческого достоинства. Соединенные Штаты чтят Альваро Урибе Велеса за его приверженность свободе, демократии и верховенству закона. В 2010 году Генеральная прокуратура Колумбии обнаружила возле военной части колумбийской армии тайное захоронение с 2000 тел. Армейские чины заявили, что это все убитые партизаны, погибшие в боях, но доказательств не предоставили. Хотя в 2006 году АУК признали террористической организацией, парамилитаристы не исчезли из жизни Колумбии, поскольку левые силы получили сильнейшие удары, а неолиберальное общество перестало генерировать массовое освободительное движение, то и отряды, созданные бизнесом и землевладельцами, утратили свою идеологическую подоплеку и стали просто зарабатывать бабки. Такие отряды стали называть «Бандос Криминалис», или сокращенно «Бакрим», и существуют они в Колумбии по сей день. После Урибе новым президентом тоже стал правый политик, создатель социальной партии национального единства Хуан Сантос. Снова в общении с массами кнут был заменен на пряник. В 2012 году начались переговоры правительства и ФАРКа о перемирии. В 2014 году они договорились совместно бороться с наркотиками. Впрочем, у ФАРКа давно был готов рецепт решения этой проблемы, но он вряд ли понравился бы правительству. Единственным средством для полного уничтожения наркоторговли является ликвидация современного империалистического капитализма, который на нынешней фазе глобализации отбрасывает за черту бедности большинство населения мира. Многие народы, где важную роль играет аграрный тип экономики, а потому многие крестьяне вынуждены заниматься выращиванием коки, мака и марихуаны в качестве единственного способа выживания. Доходы таких крестьян минимальны. Кто действительно обогащается на выращивании наркотиков, так это посредники, которые превращают сырье в психотропный препарат, а затем возят и реализуют его на рынках западных стран, в первую очередь в США. 24 ноября 2016 года президентом Сантосом и Тималеоном Хименесом было подписано новое, несколько измененное по содержанию мирное соглашение. Ряд экспертов утверждает, что действительной причиной перемирия была настоятельная просьба правительства Обамы успокоить повстанцев в районах, богатых природными ресурсами. После ухода партизан эти районы были заняты парамилитаристами и началось изгнание крестьян из мест их проживания. Удивительно, но от этих полувоенных формирований ниточки тянутся к горнодобывающим и сельскохозяйственным корпорациям. Некоторые территории уже засажены масличной пальмой, и, возможно, скоро у нас появится искусственный шоколад и молоко с пальмовым маслом из этих мест. 1 сентября 2017 года около 1200 делегатов съезда ФАРК в Боготе проголосовали за преобразование движения в политическую партию под названием «Альтернативная революционная сила Колумбии». Пришло время и ФАРКу переходить в легальное поле. Под наблюдением ООН отряды сдавали оружие. Бывшие партизаны переходили к мирной жизни в 5 особых департаментах страны. Символ партизанской войны в Колумбии сдался, но это не значит, что закончилась классовая борьба. С момента подписания мирного соглашения до начала 2021 года в Колумбии были убиты 258 бывших бойцов ФАРК. Ковид не мешает ультраправым проводить свою кровавую жатву. Многие территории, оставленные партизанами, были заняты ультраправыми Бакрим, наследниками АУК. А некоторые партизаны отказались сдавать оружие и присоединились ко все еще живой ЕЛН. Total, la Unión Sindical Obrera
Вообще, профсоюз с того момента, как было объявлено начало мирного процесса, заявлял, что мир — это не политическая игра между правительством и ФАРК. Мир — это право и обязанность всего колумбийского народа. Мы старались рассказать о том, какие действия и шаги предпринимаются для достижения мира, и что мир для граждан страны — это будущее. Будущее для семей, для детей. Потому что мы понимаем, что люди, живущие в Колумбии, достойны большего, чем беспросветные 60 лет гражданской братоубийственной войны. Но, к большому сожалению, этот прорыв, который заслужили колумбийцы, оказался не нужен военным и политикам. Новое правительство, придя к власти, начало сворачивать мирный процесс. Эти политики нарушили такой ряд прежних договоренностей, что некоторые лидеры и бойцы ФАРК снова взяли в руки оружие и ушли в горы. В августе 2019 года армия произвела бомбардировку партизанского лагеря, в результате которой, по первоначальным сведениям, было убито 8 детей. Но позже выяснилось, что погибло не 8, а 18 детей, и 3 ребенка остались живы. Но подошедшие войска их добили. Эти сведения задокументированы, факты доказаны. Поэтому сегодня общественные организации Колумбии объединяются. Мы все готовимся выйти на общенациональную гражданскую забастовку. Не только в Экопетроле, не только в Боготе, но по всей стране. Мы хотим выступить всем колумбийским народам и сказать твердое «нет» агрессивной политике правительства, которая лишает нас права на мирную жизнь и мирный протест. Сейчас объективные условия сильно изменились. В Колумбии так и не была проведена аграрная реформа, и 1% населения до сих пор владеет 80% плодородных земель. Сельская глубинка до сих пор прозябает без школ, больниц и дорог. Но в результате урбанизации и массового изгнания населения, своеобразного аналога средневекового огораживания, в городах теперь живет 74% населения. И поэтому партизаны потеряли свою традиционную опору. Также невозможно получить поддержку из городов, так как организованное движение трудящихся сильно подорвано из-за неолиберальных реформ и последующей дифференциации и люмпинизации трудящихся. К тому же правительство имеет доступ к современным вооружениям, средствам разведки и в состоянии содержать сотни тысяч солдат. Президент Колумбии Иван Дуке, судя по всему, решил искоренить профсоюзное движение и положить конец существованию профсоюзных организаций в стране. Провластные силы начали с физического устранения профсоюзных лидеров. На сегодняшний день известно о том, что более 160 профсоюзных лидеров и активистов было убито. Разгоняются профсоюзы, уничтожаются оппозиционные организации. Несмотря на это, левым силам удалось протащить через Сенат закон об оппозиции. Но сама власть этот закон не соблюдает. Нам удалось добиться от руководства и правительства гарантий безопасности для профсоюзных лидеров и активистов. Раньше ситуация была иной. Были убийства, уголовные преследования, тюремные сроки за профсоюзную деятельность. Но согласно упомянутой главе коллективного договора, нам теперь гарантирована безопасность. Лидеры профсоюзной организации находятся под постоянной охраной. У нас есть специальные бронированные автомобили, ну и так далее. Я повторюсь, в профсоюзе состоят люди самых разных взглядов, и важно, что нам удалось объединить их для достижения общих интересов. Мы постоянно напоминаем об этом нашим коллегам. Споры и дискуссии о политике, истории, политэкономии очень важны, но гораздо важнее четко понимать общие права и требования трудящихся. Именно это способствует объединению людей. В политических взглядах у нас такого единства, к сожалению, нет, но мы стараемся, чтобы оно обязательно было достигнуто в будущем. В 2018 году рабочие сталепрокатной транснациональной компании Tenaris Tuba Caribe боролись за свои права. Итальянская корпорация со штаб-квартирой в Люксембурге замораживала зарплату, запрещала организовываться и увольняла активистов профсоюза Синтратукар. Рабочим приходилось митинговать, бастовать и устраивать голодовки. Впоследствии лидеры профсоюза начали получать угрозы расправы над ними. В
2019 году в нефтяной отрасли компания «Экопетрол» уволила троих лидеров профсоюза нефтяников УСО, а другим активистам угрожали смертью, если те не угомонятся. Насилие и угрозы являются обычным делом и в угольной промышленности. Лидеру профсоюза «Синтрокарбон» Игорю Диасу и другим его членам угрожали расправой после встречи с представителями угольных корпораций. В целом, после избрания президентом в 2018 году правого популиста Ивана Дуке участились случаи насилия к трудящимся. Его правительство с самого начала ратовало за снижение минимальной заработной платы и увеличение возраста выхода на пенсию. И именно профсоюзы организовали борьбу с антинародными мерами буржуазного правительства. 27 ноября 2019 года Единый профцентр трудящихся Колумбии объявил всеобщую забастовку. В 2020 году забастовали рабочие на месторождениях Кирион. Различные общественные организации провели марш солидарности. Работники вынудили работодателей из иностранных компаний подписать выгодный коллективный договор и сохранить 1250 рабочих мест. Но об этом не рассказали в новостях, ведь были обижены белые господа, владельцы угольного месторождения, английская Anglo American и австралийская BHP. 9 сентября 2020 года от истязания электрошокером в полицейском участке скончался Хавьер Ордоньес, задержанный за нарушение коронавирусных ограничений. Видео его задержания спровоцировало немедленные протесты, при разгоне которых были убиты еще 13 человек, более 400 пострадали. Одновременно с этими событиями в Беларуси тоже происходили протесты, где тоже были погибшие, но не в пример меньше, чем в Колумбии. Показательно то, что лицемерное западное правительство и СМИ вовсю осуждали белорусскую власть, а про колумбийскую мясорубку старались молчать. Как видим, совсем не на пустом месте произошли массовые волнения уже в 2021 году. 28 апреля в Колумбии началась общенациональная забастовка, объявленная в знак протеста против повышения НДС на продовольственные товары и против реформы здравоохранения. Оптимизация медицины и так довела Колумбию до суточной смертности более 500 человек и худших на континенте показателей по заражаемости – 30 тысяч человек за 24 часа. Бедность населения только за 2020 выросла на 7%. В стране появилось 3,5 миллиона новых бедных, а 42,5% граждан страны не имеют даже минимального дохода. В разгар пандемии президент Иван Дуке решил, что колумбийцам пора бросить есть и просто умереть с голоду. Люди вышли на улицы, потому что достало. Последние 20 лет в стране становится все хуже и хуже. Без денег невозможно получить образование, невозможно получить медицинскую помощь. Люди умирают, ожидая приема у врача. Коррупция везде. Реформа стала последней каплей. 2 мая правительство все-таки отменило налоговую реформу. За месяц 2021 года в противостоянии колумбийскому антисоциальному правительству погибли 72 человека. Больше тысячи получили ранения. Несколько сотен демонстрантов числятся пропавшими без вести. Ужасное количество жертв, но просвещенная публика молчит. Никто не вводит санкции и эмбарго. Сильные мира сего снова нас убаюкивают. Здесь ничего не происходит. Проходите мимо. Это были бандиты. Мы знаем, почему они молчат и покрывают Ивана Дуке. Потому что он их сукин сын. Противостояние классов продолжается по всему миру. Как бы ни отрицали это адепты конца истории, капитал сумел внедрить мировую неолиберальную систему и обрушить социалистический блок. Это дало ему некоторую передышку, но с тех пор на планете не было ни дня, когда капиталистическая система не убивала бы людей.
Безработица, голод, войны, расчленение, изгнание – все ради передела собственности и прибыли. Эти проявления классовых противоречий затушевывались, прятались, объяснялись злой волей, врожденным терроризмом, национальной неполноценностью народов третьего мира, а сейчас уже и второго. Но капитализм всегда оставался капитализмом. Он постепенно высосал соки из подчиненных экономик с помощью свободного рынка и закономерно пришел к новому кризису. А прятать его гнилую сущность становится все труднее. Противоречия все больше нарастают и внутри развитых стран, и между ними. Все они готовились к внешним и к внутренним войнам, и мы уже видим начало этих войн. Капитализм стоит перед лицом глубочайшего кризиса за несколько столетий своего существования. Уже сейчас начался резкий экономический спад по всему миру, который разрушает жизни сотен миллионов трудящихся на всех континентах. Последствия для рабочих и бедняков Азии, Африки и Латинской Америки будут еще более тяжелыми, чем для тех, кто живет в Европе и Северной Америке, поскольку речь идет не только о жертвах коронавируса, но и о выживании миллиардов людей и без того находящихся в условиях крайней нищеты. Капитализм – экономическая система, функционирующая по законам джунглей, основанная на эгоизме и жадности, продемонстрирует свою несовместимость с цивилизацией. Естественно, в условиях глобального кризиса произойдет рост политизации трудящихся. Как и раньше, они начнут стихийно бороться за кусок хлеба, постепенно организовываться и осознавать свои классовые интересы. Как и раньше, из всех щелей повылазят реформисты, соглашатели, ревнители национального духа, шовинисты, ура-патриоты, правые мясники и сладкоголосые популисты на службе у корпораций и олигархов. Примиренцы и сторонники эволюционного развития убеждали восставшие массы договариваться с капиталом в 20-е годы в Германии, в 70-е годы в Латинской Америке и в 80-е в СССР. Все они обещали вечный мир, всеобщее благоденствие и отсутствие потрясений. Но везде это оборачивалось массовыми убийствами, сокращением населения, угнетением и отправкой на бойню трудящихся, поверивших в эти сказочки. Пока еще многие из нас пребывают в иллюзиях о том, что эти противоречия возможно решить псевдодемократическими механизмами, что где-то есть честные люди, которых надо просто поставить во власть, и все станет хорошо. Эти иллюзии легко объяснить. Многие годы господствующие классы соглашались на уступки во второстепенных вопросах. А благосостояние трудящихся в странах Первого мира росло десятилетия подряд. Модель либеральной демократии стала яркой витриной, показывающей, что отношения между классами смягчились. Поэтому многие верят, что примирение возможно. Но, во-первых, даже в Европе нет никакого примирения, и трудящиеся всегда с боем вырывают себе условия получше. А во-вторых, у буржуазии по всему миру кончаются лишние ресурсы на поддержку масс в более-менее сытом состоянии. Мы видим, как сцепились империалисты разных стран за рынки, ресурсы, рабочую силу. Видим, как мало они оставляют на жизнь своим согражданам, поднимая цены на товары. Видим, как обостряются общественные волнения не только в третьем мире, но и в западных странах. Люди, которые в данных условиях продолжают нести в массы идеи примирения, являются никем иными, как политической полицией буржуа. И история нам показала, куда они всех нас ведут. Если реформизм с его мирными методами не сможет загнать народ в стойло, то у капитала есть другой проверенный инструмент – террор. Этот инструмент показывает свою эффективность и в прошлом, и в настоящем. Расстрелы рабочих стачек и демонстраций, избиения и разгоны митингов происходили в 19 веке, происходят и в 21. Если надо прикрыть централизованный фашистский террор, то используется метод полувоенных отрядов и частных армий. Капитал с помощью денег или какой-нибудь национальной идеи науськивал на пролетариат мелкого лавочника, кулака или люмпена. В одном кровавом ряду стоят русские черносотенцы, американские пинкертоновцы, итальянские чернорубашечники и немецкие штурмовики.
Когда Нюрнбергскому суду, журналистам и вообще широкой публике показали кинодокументы нацистских зверств в Беларуси, в Украине, в Польше, в Югославии, показали концлагеря и сожженные вместе с жителями деревни, когда зажегся свет в зале, поднявшись, люди повернулись и стали смотреть на главных убийц. Много минут, молча, смотрели в упор на себе подобных, совершивших все это. Как ни прискорбно этот взгляд, очень легко забывается. Кровавый ряд пополнили южнокорейские войска, устроившие резню на Чеджу и Теджоне, американские войска, устроившие резню в Сонгми, чилийские караваны смерти, аргентинские эскадроны смерти и колумбийские парамилитаресы. Если вы думаете, что полувоенные отряды и террор – это прерогатива стран третьего мира и вообще давно в прошлом, то вы жестоко ошибаетесь. Мы вас уверяем, что в условиях нарастающего кризиса буржуазия всех стран воспользуется этими методами. Борцов, мешающих этой жадной сволочи заработать лишние 0,5% прибыли, назовут бузатерами, радикалами, коммунистами, террористами. Их начнут раскалывать, подавлять, убивать. И все мы будем делать выбор, на чью сторону встать в этой борьбе. Если победит капитал, то снова обогатятся богатые, снова будут угнетены миллиарды, снова погибнут миллионы. Круговорот войн, насилия и эксплуатации будет продолжаться вечно. В прошлом наши товарищи почти сумели разорвать это кровавое колесо сансары. Почти дожали любителей наживы. Они показали нам, на что способны простые люди, которые объединили свои умы и силы ради настоящего и будущего. Многие из них безоглядно жертвовали собой, чтобы человечество освободилось. Но тогда реакция оказалась сильнее. Кто знает, может, сейчас именно нам удастся встать в полный рост и победить.